Дорогие друзья, приветствую вас сегодня на вебинаре. Очень хочется поблагодарить вас всех за то, что вы пришли на этот вебинар. Я всегда очень радуюсь, когда мы с вами встречаемся вот так вот онлайн, в интернет-пространстве. И всегда мне очень приятно для вас доводить необходимые знания, чтобы вы всегда оставались здоровыми и счастливыми, чтобы качество жизни вашей росло, а не уменьшалось. Сегодня мы будем говорить о самом коварном заболевании, которое есть только на свете, о самом таком большом убийце – это шейный остеохондроз. Интересно то, что современные медики – особенно те, которые которые происходят из западных школ, прогрессивных, они любят говорить такую фразу, сейчас стало модно. Что вы говорите, остеохондроз? Такого диагноза нету, остеохондроз. Никаких остеохондрозов не бывает. Надо ставить четкие диагнозы, говорят они. Вертебробазилярная болезнь, там, гипертония, головные боли разных видов, там каких-то они там только не знают, там и мигрени у них разных видов, и всякие головные боли, напряжения, там, ну чего только нету. Сахарный диабет 2, ну это вообще для них, как сахарный диабет 2, это вообще с остеохондрозом не связано, и вообще что это такое? Нарушение работы щитовидной железы, все у них кругом одни диагнозы разные. Вот в этом проявляется суть современной медицины, мышление вот этого, которое мешает людям, врачам, понять суть, да, глубинные корни нарушения человеческого здоровья. А здоровье человеческое зависит, как ни странно, от шеи. Почему? Ну, потому что шея – это тот необходимый и самый важный орган в нашем теле, который, в общем-то, осуществляет соединение между мозгом и телом. Мозг управляет здоровьем тела, то есть следит за тем, чтобы там все процессы биохимические, гормональные, клеточные дела, все это шло четко по плану функционирования организма. А тело мозг кормит, да, доставляет кровоток туда, доставляет питательные вещества, кислород, все. Вот эта гармония зависит от шеи, да, то есть в каком состоянии шейный отдел позвоночника у людей. Но, к сожалению, современная медицина шею в упор не видит. Предпочитает видеть разные проявления, симптоматику и так далее, и лечить последствия, а не лечить причины. Это самое главное недоразумение, самое главное заблуждение, самая главная ошибка, которая не позволяет добиться в клинической практике лечения вот хронических заболеваний, неинфекционных, имеется в виду заболеваний, да, таких как гипертония, сахарный диабет, грыжи межпозвоночных дисков, хронические заболевания внутренних органов и так далее, не позволяет добиться каких-нибудь хороших клинических результатов. Потому что все в основном сводится к лечению симптомов, забиванию таблетками этого лечения. А на самом деле шейный отдел, он если где-то поражен, где-то как-то поджат, зажат, то что происходит? Нарушается кровоснабжение мозга. Мозг наш устроен следующим образом. Он должен много думать. Думать по нашим нуждам бытовым, это кора мозга делает. И думать по нуждам здоровья. Да? То есть постоянно в ежесекундном режиме бодрствуем мы, спим мы. Думаем о чем-то, смотрим кино, сидим на диване или занимаемся полезным физическим каким-то упражнением. Вот мозг ежесекундно должен управлять здоровьем. Он должен думать, что во внешней среде, какая температура, давление, влажность, какое состояние внутренней среды организма, как это сопоставить, чтобы организм под внешнюю среду лучше адаптировался и оптимально себя хорошо чувствовал. И если шея пережата, то происходит что? Происходит плохое питание мозга. Ему тяжело думать, у него мало кислорода, мало питательных веществ. Да? А
вот этот огромный центр управления здоровьем, который находится в нашем мозге, называется ствол головного мозга, в котором находятся центры управления гормональным здоровьем, это гипоталамус, центры управления метаболическим здоровьем, обменом веществ, это тоже гипоталамус, центр управления дыханием, сердцебиением, это ромбовидная ямка, находящаяся в стволе мозга. Вот эти все центры не получают питания, то есть кислорода и питательных веществ. И, естественно, не могут нормально думать об автоматическом управлении нашим здоровьем, и начинаются сбои в здоровье, которые приводят человека к фатальным исходам. Поэтому сейчас мы скоро перейдем к изучению этой проблемы, к изучению проблемы остеохондроза. И сегодня вы вырветесь на свободу от этого заболевания. Как понять, есть у вас остеохондроз или нет? Ну, для этого достаточно просто посмотреть в зеркало на себя сбоку. Если вы увидите, что шея ваша не гордо поднята над плечами, не несет голову гордо, горделиво, как положено здоровому человеку, а выдвинута вперед, зажата. Вот я делаю вам такое, как называется, пантомиму шеи, да? Выдвинута вперед, зажата, холка образуется. Особенно женщины этому подвержены, хотя и мужчины тоже. Вот, то это значит, что шея ваша уже поражена этой пакостью, шейным остеохондрозом. Как еще понять? Объем движения нарушен. Вы понимаете в какой-то момент, что вы не можете повернуться назад и посмотреть, допустим, едете за рулем или по улице идете, а надо вам поворачиваться всем телом для того, чтобы как-то назад посмотреть, или в бок даже люди не могут в бок посмотреть, поворачиваются. Называется симптом капюшона, да, вот капюшон одет у вас, и все, и вы не можете, вы как робот уже поворачиваетесь. Вот, ну и такие симптомы, как плохой сон, недосып постоянно, да, сон становится некачественным, потому что центры сна автоматически расположены в стволе мозга, тоже плохо питаются и не могут обеспечить нормальный процесс управления сном, то есть восстановлением организма. Вот, и поэтому разбитый человек и начинает с каждым днем болеть, чахлеть, стареть. А почему? А потому что пережата шея. Чем пережата? Шейным остеохондрозом. Итак, переходим к симптомам шейного остеохондроза, который современная медицина считает отдельными заболеваниями. А на самом деле только симптомы шейного остеохондроза. Вот переходим к этому рисунку. Поставьте в чат плюсики, пожалуйста, там качество связи какое, как вам там, из какого вы города, напишите, какое там настроение у вас. Ну, чтобы у нас был более живой, такой хороший контакт. Семерочки, пятерочки там поставьте. Пошло, пошла. Обратная связь, докладывает мне техподдержка. Это все отлично. Связь у нас с вами сейчас стабильная, хорошая. Поэтому начинаем изучать. Итак, симптомы, как я ранее говорил, казалось бы, не связанные между собой. Ну, начнем. Головная боль. Самый распространенный симптом. Головная боль. Уже это такое, так стало, что, ну, вроде как, головная боль, это вроде как уже и норма, да? Ну, поболел, голова прошла. Поболел, прошла. Ну, и что такого? А головная боль, это симптом, который говорит о том, что у человека повышено внутричерепное давление. В большинстве случаев. А повышено оно бывает из-за нарушения венозного оттока. Чаще всего из задней черепной ямки, я вам дальше покажу. Почему? Потому что пережимаются вены в шее, которые отводят кровь из головы. И у человека растет в голове давление и начинает головная боль. Потом раз, шея немножко у человека расслабилась, зажим чуть стал меньше, кровь немножко отошла, у человека головная боль стала меньше. Назначают таблетки. Шум в ушах. Ну, ухо напрямую связано с внутреннее ухо с кровотоком в шейном отделе, поэтому те люди, у кого шум в ушах,
Ну, по моей клинической практике, вот в 95% случаев шума в ушах мы выявляем грубый шейный остеохондроз. Даже если у человека при этом не болит шея. Человек долго может не чувствовать боли в шее, хотя у него там внутри развиваются изменения в позвонках, в дисках, смещаются они, пока не сдавливая нервы, поэтому он боли не чувствует в шее. А уже начинается в более чувствительных органах, внутреннее ухо, да, там, мозжечок, который находится рядом с внутренним ухом, и это центр вестибулярный, начинается недостаток кровотока. Начинаются шумы в ушах или головокружение, когда мозжечок не получает кровоток. Вот еще один симптом – шум в ушах или головокружение. Дальше. Нарушение памяти, головокружение, усталость, недомогание. Общий недостаток кровотока в головном мозге. А врачи людям рассказывают, что у вас нарушение памяти отдельно, головокружение отдельно, усталость отдельно, недомогание отдельно. И каждое, по каждому, по таблеточке, да, то есть по каждому вот этому симптому по таблеточке назначат. Там, для нарушений памяти давайте сосудистые, там вам назначим, для головокружения назначим бетасерк. От усталости, значит, надо витаминчики, потому что у вас плохие витамины. Ну, а недомогание – это плохой сон, давайте снотворные попьем. Вот так вот это, без преувеличения, вы наверняка с этим сталкивались. И человек выходит, у него 4 таблетки, пришел пожаловаться к врачу. Вот это да. И начинает все это пить и вообще превращается в какую-то зомби-машину, которая ну, не может даже думать уже. Потому что ну, по каждому симптому по таблеточке дали и вперед. А потом он смотрит на чеки из аптеки в конце месяца. А у него 3, 2, у кого какой чек, да, у кого 5 тысяч. И вроде как уже это и необходимо. Стал клиентом аптеки. Ну, дальше переходим. Самый коварный симптом – гипертония, повышенное давление. Вот 95% всех случаев повышенного давления, 95% – это проявление шейного остеохондроза. Почему? Да потому что, как многие из вас знают, а кто новенький, сейчас узнаете вы, шею пережало артерии, кровь плохо питает ствол мозга. Мозгу-то кислорода не хватает. Ну что ему делать-то? Он по нервной системе сразу сердцу дает команду. Ну-ка, давай-ка поднимай давление, дружок. Потому что мне кислорода не хватает. Ты уж там хоть у тебя плохо, хоть хорошо, давай качай. И сердце шурует. Куда ему деваться-то? И начинают лечить опять таблетками. То есть человек пошел по кругу. Представим, да, у него сначала голова заболела, начала головной боли пить, потом от шума в ушах ему что-нибудь прописали, потом тут 4 штучки получил, а потом давление у него начало уже шуровать, потому что, ну, деваться некуда, артерии пережаты, позвоночные. Мозгу кислорода не хватает, он уже от безысходности, сердцу давай качай. Пошел терапевт, о, у тебя 160 на 100, гипертония, раз, еще пару таблеточек. Все, уже у него в арсенале штук 6. А чек ежемесячный растет. 6-7 тысяч. У меня пациенты встречались в практике, которые употребляли около 30 и более препаратов в день. И на это тратили очень большие деньги. Причем это люди обеспеченные, которые как бы, ну, могут себе позволить ходить к врачу хорошему, там, к одному специалисту, к самому хорошему пойду, он свои назначит. К другому пойду к самому хорошему, он там свои назначит. К третьему самому хорошему он свои назначит. Ну, деньги-то есть и в аптеку самую хорошую, и самые дорогие лекарства. А здоровья нет. Вроде и деньги есть, и специалисты есть, а здоровья нет. И как посчитает он потом, сколько он за год на отраву потратил, и потом еще сам эту отраву употребил. И как сравнит, какой он был год назад,
А сейчас Facebook людям любит напоминать. Вот посмотрите на публикацию, вы выкладывали год назад. И такой человек смотрит на себя в Facebook и думает, а это вообще я или нет? Я же вроде был нормальный, такой жизнерадостный, а сейчас не пойми, во что за год превратился, да еще и за свои деньги. Вот это нормально. Вот. Ну, естественно, нервы. В шейном отделе очень много нервов, которые прежде всего идут в руки. Самое близкое к шее — это руки наши. Через плечевое сплетение в руки. И когда они зажимаются, компрессия идет из-за остеохондроза этих нервных стволов, начинается боль, онемение в руках. Ну, тут уже обезболивающие идут в ход. Ну и, конечно же, самое интересное, что вот я по часовой стрелке прошел вот так. Чем коварен шейный остеохондроз? Появляется вот так вот это все по часовой стрелке. Ну, может, еще гипертония появится наравне с головной болью. Она может сюда переместиться, на второе место. А так по часовой стрелке идет, никто не связывает. Вот. Потом руки начинают неметь, а только потом уже начинает болеть вот здесь вот мышцы в шее, уже начинается боль в шее. И тогда ему делают МРТ и говорят: «Ха, ну у тебя грыжа в шее. Сейчас мы тебя порежем, прооперируем, и все, и свободен». Но это уже такая история, знаете, которая не заканчивается на операции, потому что оперировать-то оперируют, а остеохондроз-то продолжается. Ему на операцию плевать, даже наоборот, он думает: о, еще травмочку мне тут нанесли дополнительно, я и так шею уже скрутил, тут уже чуть ли превратил не в шею уточки какой-то зажатой, да, а тут еще и порезали. Это вообще супер. Для остеохондроза это сигнал для того, чтобы стартовать еще быстрее и вашу шею превратить в труху. Ну и вот непознанный этот вот слон, который кроется под знаками вопроса, это и есть шейный остеохондроз. А если перевести с медицинского языка на русский, изменения в межпозвоночных дисках, в связках, которые держат позвонки между собой, в коротких глубоких мышцах позвоночника, которые поддерживают шею в прямоходящем положении, да, и крутят ей, да, то есть дают возможность подвижности. Вот. И изменения в самих костях, которые начинают тоже менять форму, как бы оплывают, как бы оседают. Так. И получается, что позвонок, хороший ровный позвонок, начинает как бы к низу проседать, и получаются остеофиты, так называемые. Вот. Такие дела, друзья. Поэтому к чему вот этот слайд? Еще раз, я так долго на нем остановился. При появлении любого из этих симптомов — головная боль, шум, нарушение памяти, головокружение, гипертония, боль в руках. Они могут поодиночке появляться. Потом обязательно когда-то у вас появится боль в шее, когда напьетесь уже вот таблеток, уже там целое состояние потратите на это, на что могли бы купить. Некоторые по 20, по 30 лет болеют, могли бы по 2-3 машины купить за этот период себе, вместо того, чтобы аптеку кормить и самому травиться. Вот, сразу мы ставим вопрос об остеохондрозе, делаем обычный рентген и видим там изменения. Не надо даже МРТ делать, то есть, в принципе, для специалиста, который видит картину целиком, понятно сразу. Вот, ну и, соответственно, начинаем лечить шейный остеохондроз. А как его лечить? Вот дальше переходим к следующему слайду. Но он посвящен предыдущему слайду. Часто на эти симптомы не обращают внимания, само пройдет, или таблетку съел, и прошло постепенно. Но вот эта пагубная тактика, я уже ее описал в предыдущем слайде. К чему приводят эти все вещи? Кровоток нарушается, да? Что происходит? Кровоток нарушается прогрессивно. Никто же не лечит шейный остеохондроз, все лечат вот это вот все вокруг. Нет уже такого диагноза-то, врачи говорят. Надо же лечить вот эти все. Поэтому нарушается все, кровоток нарушается, и потом уже нарушается сильно, получается, что инсульт. А помним гипертонию-то я упоминал, да? Мозг-то все время сердце стерилизирует. Давай мне кровь качай, гони,
Терапевт травит таблетками сердце. Давай не гони, мозг не слушайся. Мы тебя подтравим, раз ты такой нехороший. Хочешь поднять давление, мозгу помочь. Снизим давление бета-блокаторами, которые, если посмотрите, там передозировка, там аритмия, остановки сердца, инфаркты. Поэтому инфаркт. Ну, паралич – это последствия инсульта. Когда уже человек так разбил недостаток кислорода в мозге, такой обширный инсульт, что у него не работают ни руки, ни ноги. Он лежит и понимает, что это даже хуже, чем смерть. Да, вот такое состояние возникает. И это, как ни странно, вот как вот вы логически должны сейчас понимать, да, приводит к этому шейный остеохондроз. Почему? Посмотрим на шею изнутри, друзья. Что мы здесь видим? Вот то, что я говорил ранее, да, мы здесь видим, вот она, разветвленная сеть сосудов и нервов в голове. Вот она, да? И к низу пошла тоже разветвленная в теле огромная сеть сосудов, нервов. А проходит все через тоненькую шейку человека, вот здесь. Все это, вот видите, идет прям буквально вот в этой зоне сосредоточено. И когда вот там изменения идут, и все это поддерживается вот этими косточками, позвоночками, все от них зависит. Какие будут эти сосуды, изовьются они, изогнутся, если шея изогнется, вот так человек будет ходить, конечно, у него вся вот эта вот красота приобретет вид Пизанской башни какой-то, такой кривой причем еще, да, и естественно, все это нарушится. Ну и здесь вот четко видна виновница всех проблем, которые я описал ранее. Вот она, виновница. Вот через позвоночки проходит, через дужки. Позвоночная артерия. Вот она. На макете. Вот она. Мой любимый макет с позвоночными двумя артериями. Вот они. Вот здесь-то, друзья, и сосредоточена вся наша жизнь и все наше здоровье. Вот в этих позвоночных артериях. Если мы их, когда шейный остеохондроз, раз они там сместились, позвонки, и зажали артерии. Вот если мы не разблокируем это все, не приведем в порядок с помощью специальных упражнений, то артерия будет пережата, и здоровье наше будет рушиться, рушиться и рушиться. Пока мы этого не сделаем. И какие бы басни не рассказывали нам врачи, какие бы красивые упаковочки препаратов нам не предлагали употреблять ежедневно, ничего нам не поможет, пока будет зажата позвоночная артерия, которая питает ствол головного мозга. Потому что сонная артерия, вот здесь вот мы ее видим, она питает не ствол, мы видим здесь, да, она питает лицо, и питает кору, да, вот кора мозга. А позвоночная, вот она, питает ствол мозга. А управляет здоровьем именно ствол мозга. Вот, например, одна из частей только лишь ствола мозга, мозжечок, да, вот здесь она находится, прямо четко на позвоночной артерии. Вот. Это что такое? Вот в голове, в мозге, вот он, мозг, да, находится 80 миллиардов нейронов, по некоторым данным 120. Вот. И вот 60 миллиардов из них находится вот здесь, вот в мозжечке. Вот там как все плотненько. Плюс еще 20 миллиардов другие структуры ствола мозга. Да? То есть, и вот чуть-чуть там только в коре остается там 10-12 миллиардов. То есть... Вся вот эта автоматика, она сосредоточена здесь. И, конечно, когда артерия пережата, и вены, вот эти синенькие вены, да, мы видим тоже, вот они, позвоночные вены синенькие, то нарушается и приток крови в мозг, и отток. И возникает в мозгу не свежий, хороший кровоток, омывающий, такая горная, бурная река, да, а возникает запруда, плотина. Как вот гидроэлектростанции делают, поставили плотину, и все затопило, то, что до плотины было. Да. Так же и в голове. Поставили, и все. А там затопить не может. Череп он держит, он же ограниченный объем. И там растет давление. И все это, там идут и отек мозга, там идет и гидроцефалия, то есть скопление жидкости в мозге. Это на МРТ даже видно. МРТ делаешь человеку, о, гидроцефалия наружно-внутренняя. Что это такое? Это уже симптом остеохондроза. Так, ну, поэтому
Ну и нервы пережимаются, видите, да, нервы, они выходят тоже из позвоночника. Когда пережимаются, начинают болеть, неметь руки и так далее. Поэтому если у вас болит голова и немеет рука, знайте, что это все связано. Или если у вас головокружение, да, например, и сахарный диабет второго типа, во, вспомнил про сахарный диабет второго типа, тоже смотрим сюда. Вот ствол мозга. Здесь в стволе находится автоматическое управление. Когда длительно не хватает кислорода, длительно, постоянно шея пережата, рано или поздно начинается подъем сахара в крови. Мозг сам поднимает, выделяет гипоталамус, гормоны, которые заставляют изменить работу поджелудочной железы, на нее влияют, и начинается повышение сахара, потому что мозгу не хватает энергии, кислорода. Ему хоть что-то тогда дайте, хоть глюкозы дайте. Поэтому начинает загущать кровь сахаром, насыщать. И образует сахарный диабет второго типа, который, по моему клиническому опыту, вот в 100% случаев излечения шейного остеохондроза проходит сахарный диабет второго типа любой формы, даже который перешел уже на инсулин. Вот это для тех, кто смотрит по диабету нас, если вы нас увидите по диабету, это для вас вот ключ к спасению. Если вы думаете, что ситуация неразрешима, это не так. Лечим остеохондроз, вылечиваем диабет. Для нас в клинике и для наших пациентов, которые занимаются дистанционно с помощью моих упражнений, это не проблема. Итак, переходим дальше. Вот. Ну вот иннервация. Из шеи выходят нервы, вот здесь мы видим, да, на рисуночке, и они формируют большое плечевое сплетение, которое потом отдает ветки в руку. И в зависимости от того, какие сегменты на каком позвонке пережаты, могут болеть там средний, указательный, большой палец, мизинец, безымянный палец, да, могут все болеть. Да, может не доходить, может просто в плечо отдавать, если там повыше пережато. Может отдавать в предплечье. То есть, ну, здесь уже как бы зависит от уровня просто поражения, на каком позвонке что зажато. Вот и все. Ну, надо понимать, что если уже зажались нервы, то это говорит о том, что вот эта позвоночная артерия, она пережата хоть как-то 100%, да, то есть наверняка у человека есть какие-то другие симптомы, которые он может, вот, исходя из того, что я сказал выше, сопоставить и привести себя в нормальное состояние, используя то, что я вам буду рассказывать дальше. Вот. Ну вот они, повреждения нервных корешков, что возникает? Боли в шее, боли в руках, вот она эта картинка. Нарушение функции верхних конечностей, боли в шее. Ну также бывает при вот эти позвоночные артерии, помните, я про них вам рассказывал, они же не только питают головной мозг. Когда они по шее идут, позвоночные артерии, вот там внутри, вот эти желтые, это вот эти как раз нервы, да? Желтые вот эти. А внутри мы там видим что? Сзади есть вот этот затылок, посмотреть. Вот там этот спиной мозг находится. Вон он внутри. Желтенький, видите, да? Между позвонками проглядывает. И вот эти позвоночные артерии, они когда идут к мозгу, они там внутри маленькие веточки отдают и питают спиной мозг. И бывает так, что настолько зажимаешь, что даже эти веточки пережимаются внутри, и спиной мозг перестает у человека функционировать. Тогда у него не только руки страдают, но у него и ноги начинают страдать. То есть отключаются ноги, начинают болеть, начинают неметь, начинают отниматься и так далее. То есть это уже грубейшее идет нарушение, когда там смотришь на МРТ или на рентген, а там вместо шеи труха у человека, и думаешь, вот как же ему разблокировать это дело, чтобы привести в порядок. Ну вот я настолько поднаторел в этом искусстве, как разблокировать шею, что даже людям старше 90 лет и то умудряемся разблокировать в клинике шею. Ну это как бы отдельные случаи такие. Надеюсь, что у вас такого нет, но если есть, то в клинике мы это делаем. Вот.
Переходим дальше. Кровообращение. Вот они, позвоночные артерии. Вот их две, да? Они приходят в мозг, и здесь мы видим, и соединяются в одну базилярную артерию и питают вот этот ствол мозга. Вот он, ствол мозга, вот. Вот он. Красавчик. Маленький, но очень важный. Вот без него ничего не бывает с нашим здоровьем, без его участия. Вот они сливаются, и потом, видите, отдаются вот эти веточки, которые питают ствол. Для чего они сливаются? Да чтобы если одну из них зажмет, хотя бы по второй сюда приходило, и питание распределялось на обе стороны. Потому что ствол мозга, если одна сторона не будет питаться, человек умрет прям тоже секунду. Любой инсульт в этой зоне, в стволе мозга, почти всегда смертельный. Вот там в коре, там где-то там, вот по средней мозговой артерии, чаще всего это бассейн сонных артерий, там бывает инсульт, после них человек выживает. А вот здесь, если, то это все, кранты. Вот. Вот они, мозжечковые артерии, которые питают мозжечок. Вот он, мозжечок. Помните, я про него рассказывал? Вот он. Вот. Тут вторая часть, но просто на рисунке ее не нарисовали. Вот. Вот ствол мозга и мозжечок, вот они работают как единое целое. Вот поэтому, вот она красным, позвоночная артерия выделена. Так что вот все, за что мы боремся, когда мы боремся за свое здоровье, это за хорошее кровоснабжение ствола мозга и мозжечка. Если будет хорошее кровоснабжение ствола мозга и мозжечка, здоровье будет идеальное в любом возрасте. И самое интересное, что если до этого оно было нарушено, это здоровье, то как только человек восстанавливает с помощью определенной системы упражнений кровоток ствола мозга, качественно, грамотно восстанавливает, то у него происходит восстановление здоровья по всем параметрам. Люди, которые борются с остеохондрозом по моей системе, они так и говорят, что как бы они не просто получают качество жизни, а начинают чувствовать себя намного моложе, то есть у них оптимальнее оптимизируются процессы здоровья. Они буквально молодеют. Вот здесь вот скрыто резервы нашего здоровья и молодости. Тело-то, оно что? Оно подчиняется. Что ствол мозга скажет, то тело и будет делать. Он говорит, по нервам передает сигнал, по гормонам передает сигнал, да, управляет. Он какие там послал команды, это. Но если он нарушено питание, он никаких команд не шлет, самому ему плохо, там, и не до тела ему. Конечно, тело будет там, у кого-то с ума сошли там какие-то клетки бесконтрольно, потому что ствол мозга не управляет через гормоны. Начали делиться там бесконтрольно, онкология возникла. У кого-то сердце износилось, ИБС, ишемическая болезнь сердца. У кого-то давление, ой, у кого-то сахар в крови подскочил, сахарный диабет развился. Ну и так далее. У кого-то язва пошла, потому что кишки, кишечник, желудок и кишечник непонятно в какой перистальтической схеме работают, сами по себе там находятся, управления-то нет никакого. Кровотоки нарушаются. Все, пошло дело. Вот так. Так, ну и что? Ну, повреждение сосудов шеи, связанные с остеохондрозом, особенно вот позвоночной артерии, приводит к нарушению питания мозга. Я уже говорил, да, появление симптомов. Давление, слух, головная боль. Ну и мы ранее обсуждали. Сюда же и сахарный диабет, опять повторюсь, повторение мать учения и так далее. Нарушение питания мозга и венозного оттока, про который я тоже говорил. Да, вот он, венозный отток нарушился, сразу чинь, голова заболела у человека. А он пошел, чинь, таблеточку выпил. Потом раз, через пару часов прошло. От чего прошло? От таблетки или от того, что более-менее как-то разблокировалось кровоток, да? Позвонки-то нестабильные, неподвижные. Кровь отошла более-менее и полегче стало. Или от того, что давление шло-шло, повышалось внутричерепное. Потом настолько повысилось, что даже через зажатые вены все равно кровь вытолкнулась и голове стало легче. От чего прошло? Неизвестно. Таблетка это помогает или не таблетка? А представьте ситуацию, что у человека повышается внутричерепное давление, начинает болеть голова, он выпил таблетку, она ему действительно помогла, он не чувствует боли, а давление дальше повышается. Он не чувствует, а давление повышается. Повышается, повышается, повышается. Что будет потом? Правильно, что-нибудь лопнет в голове из сосудов. И будет инсульт, кровоизлияние так называемое. Поэтому
Нормальные невропатологи советской школы невропатологов всегда говорили, когда болит голова, никогда не пей таблетки от головной боли. Потому что не поймешь, что с тобой произойдет. Ну, это было, тогда было еще клиническое мышление развито в медицине. Сейчас-то у нас клинического мышления нет в медицине. Сейчас у нас протоколы. Протокол, по ним надо лечить людей. И только некоторые врачи, как я, не хотят лечить по протоколам, а хотят лечить так, чтобы люди выздоравливали. А в основном-то врачи свято верят, что они будут лечить по протоколам. Умные протоколы составлены Всемирной организацией здравоохранения. И точно поможет. А если не поможет, то мы не виноваты. Человек сам виноват. Значит, не пил таблетки. Ну и так далее. К чему это приводит, мы все прекрасно знаем. Падение работоспособности, падение качества жизни, падение уровня здоровья, инвалидизации, смерти. Огромные средства, потраченные на препараты, интоксикация организма хроническая, которая приводит сама по себе еще к дополнительным заболеваниям. Хроническая депрессия, потому что ничего не помогает, человек лечится, тратит деньги, у него уходит там по несколько тысяч в месяц, он с ума сходит, а толку никакого. Но шею никто в упор не видит из врачей. Но теперь-то, я надеюсь, после такого вебинара вы их научите, да? Расскажете им все-таки, в чем причина-то. А кто-то, может, и покажет врачу вебинар потом в записи. Посмотрит врач и начнет лечить людей. И люди будут выздоравливать и радоваться жизни. Так, ну что, причина нарушений в шее. Физические нагрузки. Я имею в виду здесь нагрузки неправильные. Да, вот этот мужчина, накачанный тут гантелью, штангу, ой, гирю тяжелую поднимает и шею себе сворачивает. Он такой накачанный, красивый, 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 потом наступает момент, у него шея съезжает, и все, у него куда-то сила пропала вся, спортом он не занимается. Начинаются у него изменения, как и у всех, и начинаются они быстро. Начинается у него депрессия, потому что, ну что ж такое, я такой спортивный, красивый такой был. А тут вдруг раз, и что-то мне как-то все надоело, сил у меня нет, не высыпаюсь я, голова болит, давление прыгает, да? Перебой в сердце идут. А почему? А потому что не знают спортсмены и любители фитнеса и здорового образа жизни, так называемого, секрета доктора Шишонина по лечению шейного остеохондроза. Так, ну сидячий образ жизни, понятно. Мало движения в общем и мало движения в шее в основном, потому что есть гаджеты у нас, в которые мы вот так вот сидим и смотрим, вот так вот. Сейчас повернусь боком, вот так, так вот сидим вот и смотрим все время, целый день. И шея у нас дубеет. Или в компьютер сидим и смотрим целый день, и шея дубеет, и все. И что делать шее? Только задубеть, раз мы ее сами к этому приучаем, чтобы она в одном положении была. Вот она дубеет, дубеет, и потом так задубеет, что даже кровоток не пропускает и нервы все пережимает. Так, что еще? Травмы и их неправильное лечение. Самая распространенная какая травма сейчас? Это травма, движение на дороге активное, там бывает одна машина притормозила, вторая ей раз чпок и ударила сзади. Удар в попу, так называемый, да? И пассажиры в машине, все там, кто сидит, водитель, пассажиры, все вот так хоба и откинулись в этот момент. И у них немножко там хрустнуло у кого-то не хрустнуло, но шея напряглась. Позвоночки чуть подсдвинулись, да, подсдвинулись. Ну, никто внимания не обратил, там пару дней поболел или поныло просто там, или какое-то неудобство, дискомфорт. А процесс-то пошел уже у остеохондроза. И все. И через годик, полгодика или пару лет у человека там уже махровый остеохондроз, он уже бегает, лечится с гипертонией,
У меня такие случаи, просто это вот я не выдумываю, это я описываю то, что люди приходят и рассказывают, да, как у них получилось. Машина ударила, через год долбанул гипертонический криз. Ни с того, ни с сего. Приходят, рассказывают. У меня вот я молодой, мне там 43 года, я такой вот весь спортивный, там себя там такой нормальный, все. И тут меня вдруг неожиданно долбанул гипертонический криз. Ну, я для интереса просто спрашиваю всегда у народа. А не было у вас, чтобы у вас там машина, там удар в попу на машине произошел, да? Да, было, доктор, вы знаете, было. Вот так вот. Вот она и связь нашлась, да, сразу. Если знать причину, конечно, думаешь, ну как ты, 43 года спортом занимается. Спрашиваю, вы там штанги тягаете? Да нет, я там беговая дорожка, там то все там. Вроде не должно, думаешь, ну травма, значит. Ну и было, автотравма была? Да, была, все, пожалуйста. Вот он, пациент образовался. А если бы знал секреты, сделал бы упражнение по доктору Шишонину, и все у него прошло. Ну что еще здесь можно добавить? Стресс, хронический стресс, да, то есть, ну, так устроен организм, что, ну, когда у человека стресс, любой там, начальник наорал, там, с женой поругался или с мужем поругалась женщина, вот, или с детьми, ну, неважно, какой стресс, напрягается шея у человека, он как бы такую защиту психологическую приобретает, да, то есть плечи зажимаются, шея вжимается в плечи, как бы прячется психологически. Это не видно, может быть, невооруженным глазом. Конечно, когда на вас кто-то орет, вы же не будете вот так вот сидеть там на него смотреть из-под лобья, да? Вот. Но все равно у вас рефлекторно идет напряжение. Вот каждый стресс у вас постоянно накапливается. Шея как буфер работает, она все время дубеет, 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 и в итоге зажимается. Зажимается, нарушается положение позвонков, и пошло. Вот, поэтому, что бы мы ни делали, исходя из этих причин, да, все равно шейный остеохондроз у каждого человека будет в той или иной форме. Поэтому, чтобы сберечь здоровье и избавить вас от этого душителя, потому что это и в прямом смысле слова душитель здоровья нашего, шейный остеохондроз, особенно скрытый, когда еще как бы таких явных болей в шее нет, которые появляются в последнюю очередь, к сожалению. Вот, чтобы избавить, надо это знать и, ну, как бы предпринимать действия, чтобы этого не происходило, если у вас пошло это дело. Так, ну что, здесь о том я уже говорил, да, нагрузка на диски перераспределяется, мышечный тонус изменяется, сосуды связки зажимаются и так далее. Что происходит с шеей? Происходит вот что, вот мы видим на МРТ, красивые позвонки внизу, видите, какие красивые, не пораженные остеохондрозом, такие красивые, ровненькие, диски между ними такие светленькие, все отлично, а тут пошло, вот оно пошло, видите, что творится. А человек, вот я по моему опыту клиническому скажу, что он может еще и не знать, потому что боли у него даже при таких вот гадких изменениях, которые мы на МРТ здесь видим, может не быть еще болей. То есть все симптомы остальные будут, а боли нет, и шею никто не связывает. А внутри уже вот такая вот гадость у него, представляете, что может быть? И это у каждого первого. То есть в последнюю очередь об этом думают. О, шея, а что ж такая шея-то? У вас как будто там атомная война произошла в шее. Вот, ну и идут изменения в дисках. Вот оно, фиброзное кольцо, студенистое ядро. Кстати, студенистое ядро содержит стволовые клетки. Это те клетки, которые могут обновить диск. Да? То есть если восстановить питание диска, то он может восстановиться за счет этого ядра студенистого. В отличие от заверений хирургов, что диски не восстанавливаются. Так, друзья, давайте еще раз взбодримся, там, поставим плюсики в чат, поставим наши эмоции, состояние, интересно, неинтересно. Вот. Ну, стараюсь как-то подробно рассказывать, может, побыстрее вам рассказывать, не знаю. Там, посмотрите, поставьте, какие ваши пожелания, как вам информация. Вот, когда разрывается фиброзное кольцо, мы там дальше увидим, образуется грыжа, вот это ядро, оно частично вылезает, но частично остается, и оно может восстанавливаться. Вот, поэтому вот они формы протрузии. Протрузия – это маленькая грыжа. Вот самые опасные – дорзальная, медиальная протрузия и фораминальная, которая нервы сдавливает.
остальные менее опасные. Циркулярная – это когда по всему диску идет. Вентральная – это когда выдавливается не к спинному мозгу, вот спинной мозг, а туда, в другую сторону. Так, ну что? Ну вот, межпозвонковая грыжа, показан один из механизмов, не самый частый, как зажимаются корешки межпозвонковых нервов, почему идет боль и радиация в руку там и так далее. Вот, я вам здесь на рисунке показываю. Вот оно, разрыв фиброзного кольца диска при перегрузке и нарушении питания диска. Вот она, грыжа вылезает. Вот остается запас из стволовых клеток, который потом может восстановить весь диск. Причем стволовые клетки отдельно находятся вот здесь, в фиброзном кольце, и отдельно гиалиновые, в студенистом ядре. Вот она, гистология, из чего состоит. Вот они, стволовые клетки, хондробласты, молодые клетки, располагающиеся в глубоких слоях. Вот они. Вот из них, ну, в диске это находится в ядре, да, в студенистом. Вот они, хондроциты, пожалуйста. Это клетки, которые из этих вот получаются, из стволовых, из хондробластов. А вот они, хондрокласты. Это которые, вот, допустим, хондроциты, диск же постоянно испытывает нагрузку межпозвоночную, и там эти хондроциты изнашиваются. И когда они совсем дряхлеют, вот эти хондрокласты, они их берут и разбирают на части, чтобы они, ну, чтобы хрящ не старел, чтобы хрящ был нормальный у человека. И когда вот самые активные, это вот эти. Они постоянно следят, они как санитары там выявляют плохих, которые плохо выполняют функцию, чтобы хрящ все время был молодой, нормальный. Вот. Ну это как, я не знаю, вот есть у вас сад там, да, вот падают листья на газон. Вот если вы хотите, чтобы газон был все время чистый, да, листья надо убирать все время. Если убирать не будете, то через 4 года у вас будет не сад, а не знам что, лес будет, какой-то дикий лес. Вот то же самое здесь. Вот эти хондрокласты, они очень активны, им нужно питание, поэтому они ближе всего находятся к сосудам. Вот. В диске сосудов нет, диск питается из мышечной ткани позвоночника, межпозвоночный диск. И поэтому, чтобы там хорошее было питание, чтобы эти клетки работали, нужно очень много кровотока по мышцам, глубоким мышцам позвоночника, которые надо восстанавливать. Если они нарушены, то диск будет стареть, страдать и умирать. Что и происходит, вот мы видели с вами МРТ на предыдущем слайде. Вот, остеохондроз, изменения в костях, в хрящах. Вот мы смотрим, да. Я вам про это уже рассказал, просто здесь наглядно. Вот протрузия, маленькое выдавливание, вот грыжа, более большое выдавливание, да, вылезает ядро. Вот они, остеофиты, оплывает позвонок, начинает уже изменение в позвонке, потому что мышцы, окружающие позвоночник, не работают, все заблокированы, у них нет возможности принести кровоток и питание к костям и дискам позвоночника. И происходят вот эти разрушения, которые сопровождаются синдромами нарушения кровообращения в шее, да, потому что позвоночная артерия пережата, и синдромами нарушения вот этих нервных и радиаций. Так, ну что, друзья, переходим, смотрим, вот он. Состав межпозвоночного диска. Вот я вам говорил, вот здесь вот пульпозное ядро, а вот здесь вот фиброзное кольцо. Да, вот они вот так незаметно переходят одно в другое. И здесь везде есть живые клетки, которые могут восстановиться, если мы с вами будем работать на восстановление этих клеток. Вот он, миалгия, да, симптом, который появляется последним в шее и грудном отделе. Боль мышц, диффузная, может быть спровоцирована разными факторами, но в основном это остеохондроз. Ну, тут я не буду останавливаться, это просто для интереса вот тем, кто потом будет изучать более детально эти слайды. Разные формы мышц, вот мышцы пресса, например, брюшного, да, косые, прямые, это вот мышцы тела, там бицепс, вот он бицепс, вот. Это просто для интереса слайд проведен так. Вот, а это интересный слайд, вот здесь почему интересен, потому что мы видим структуру мышц. Вот представьте глубокие мышцы шеи, которые не двигаются. Все мышцы состоят из вот таких вот трубочек, да, которые потом в более большие трубочки компонуются, потом еще в более большие. И вот тут есть такая вещь, называется аксон двигательного нейрона, который доходит до самых маленьких вот этих трубочек.
сюда входит и потом распределяется к еще более маленьким трубочкам, так называемые саркомеры, да? Саркомеры. И вот они потом сокращаются. Это когда шея задубевшая у человека, вот эти все маленькие трубочки, они теряют свою идентичность, они как бы вот начинают тоже оплывать, как-то вот отекать и превращаются в какой-то единый конгломерат. Фактически мышца перестает быть уже разделенной, такой вот красивой, как здесь на рисунке, а становится какой-то непонятным куском мяса, каким-то зажатым, каменным. Вот, и нарушается вот эта нервно-мышечная передача, которую очень сложно включить. Человек фактически не управляет своими мышцами. И вот нужно его научить правильным упражнениям, правильным движениям, лечебным, для того, чтобы он постепенно, не резко начал, а постепенно восстановил свою шею, прежде всего начав с мышечной ткани, иначе у него произойдет, просто осложнение остеохондроза, которое прежде всего выражено в резком нарушении кровотока, как я вам уже говорил ранее. То есть мышца, когда не работает, она не просто выключена и все. И потом в любой момент ее включил, как машину, и она поехала. Да? Машину-то так не включишь, постоит пару лет, потом будешь движок заводить, а она у тебя взорвется там, или вообще не заведется. Да? Или поедешь, у тебя колесо отвалится. Вот. А если говорить о таких тонких структурах, как мышечная ткань, то, конечно, они страдают колоссально. Ну, здесь вот еще один рисунок для наглядного. Вот он. Эндомизий, вот он, мышечное волокно, да, которое питается каждым отдельным нервиком. И вот эти нервики тоже слабеют, то есть связь мозга с мышцами полностью утрачивается. Человек не контролирует просто свои мышцы, он даже не может представить, как ему там голову наклонить, повернуть там нормально и так далее. То есть он до какого-то поворачивает, а дальше контроля нет, он все уже, он все, у него симптом капюшона, у него шея зажата, пережата. Так, ну и, соответственно, мы и лечим через восстановление мышечной ткани, потом происходит восстановление связочной ткани, восстанавливается питание хряща, восстанавливается питание сначала фиброзного кольца диска, потом начинается питание диффузно проникает уже к центру диска, начинается его омоложение, включаются вот эти вот хондробласты, про которые я говорил. И все, и человек даже в там, 80-90 лет, если начинает регулярно заниматься по моей системе, он прогрессивно уничтожает свой остеохондроз и прогрессивно забирает то здоровье, которое ему еще от природы положено и дано. А поверьте мне, даже в тяжелых состояниях, даже в тяжелых заболеваниях, связанных с остеохондрозом, которые, в общем-то, все связаны с ним, да, как вы уже поняли, у человека, даже 90-летнего, запас здоровья еще колоссальный. Вот у меня есть примеров много, очень много. Вот, например, там, один из последних примеров, там, женщина пришла, просто не буду называть, известная достаточно женщина. Около 30 препаратов, там и сахарный диабет, и головные боли, и гипертония. Все симптомы полностью. И боли в шее, и пояснице, ну все полностью, весь позвоночник в труху. Вот. Казалось бы, там, почти, ну, 75 лет, то есть, что делать? Просто начали заниматься правильно шейным отделом. Конечно, в клинике, потому что уже случай запущенный, но эффект такой, что человек слез с инсулина, при сахарном диабете второго типа, легко и непринужденно. Ну, а также избавился от всех тех препаратов, которые были назначены по поводу гипертонии, по поводу боли разного типа, по поводу того, что мозг плохо работает, да, по поводу сна плохого, по поводу тревожности, которая возникает у человека, потому что мало кислорода в голове. По этим всем поводам все препараты были сняты, и человек вернулся к здоровью, хотя думал, что он уже все, на пороге, вот пора в могилу заходить. То есть возможности колоссальные, когда лечишь причину. Когда лечишь следствие, возможности никакие, даже в минус. В минус идет здоровье, быстро причем, под интоксикацией лекарственной, потому что причина не устраняется, она сама по себе развивается. Плюс еще мы интоксикацию добавляем, оба, и пошло дело.
И в минус идет финансовая часть. Потому что каждый месяц, ну как ни крути, минимум по 2-3 тысячи отдать нужно на препараты. Ну минимум надо отдать. И за год это накапливается не меньше, там, ну в самом минимальном случае, там, около 30 тысяч. И что? Это в минимальном, я же не говорю о других случаях, да? А качество жизни только ухудшается и ухудшается. И где плюс-то? Вот, вот что дает, когда работаешь со следствиями, да, а не с причинами. Вот это всегда дает минус. Следствие всегда дает минус. Причина всегда дает плюс. Это закон не только медицины, это закон вообще любых каких-то сложных мероприятий. А организм и здоровье организма — это самое сложное мероприятие. То есть если мы устраняем причину, если мы насыщаем кровью, кислородом ствол головного мозга, все, у нас дальше все идет в плюс по всем направлениям. Даже по тем направлениям, которые вы думали, что у вас с этим не связано. Например, у мужчин очень часто бывает нарушение половой функции уже с возрастом, да, или даже в молодом возрасте шея пережата. Восстанавливают кровоток, но возникает улучшение функции половой. Что такое? Почему? Да потому что в стволе мозга гипоталамус находится, который не питался кислородом. А гипоталамус отвечает за уровень соматотропного гормона. А соматотропный гормон, уровень, отвечает за уровень тестостерона. И все. Появился, поднялся уровень тестостерона, все, опять восстановилось. Просто, ну, приведу пример опять из практики, да, ну, здесь, конечно, могут мне не поверить, но здесь, ну, как бы из песни слов не выкинешь, да, то есть один из пациентов, которых у меня в клинике множество пациентов с подобными результатами, да, пришел лечить давление, мужчина, 83 года, давление пришел лечить, потом зафанател, стал ходить в клинику, ходит. Потом через год ко мне подходит, говорит: Александр Ильич, у меня, говорит, последние 6 лет вообще, я думал, у меня никогда не будет потенции, она у меня появилась. И говорит: ну, я вроде ничего не делал, кроме того, что занимался именно шеей, в общем-то, в основном. Ну, конечно, и поясничным, и грудным отделом. Почему? Вот, это все объяснено. И, в общем-то, в этой книге вот «Медицина здоровья против медицины болезней» моей, я тоже этот эффект описываю. Кто не читал, почитайте. Ну вот для вас список продуктов, друзья. Здесь я уже не буду его как бы перечислять. Вот они, все наши продукты, которые лучше всего работают с остеохондрозом. Зелень с овощами, понятно. Кальций там и так далее, да, витамины, микроэлементы. Молочные продукты, ну это то, что те продукты, в которых наиболее содержится кальций, который для костной ткани подходит. Жирные рыбы, морепродукты, фосфор тоже, понятно. Желе, хрящи, морская капуста – это гликозаминогликаны для дисков. Ну и рыбная печень, желток, сливочное масло, витамин D, который опять же отвечает за крепость, за прочность обмена кальция и так далее. Ну и там еще много жира и так далее. Ну то есть здесь такой вот я привел, который мне считается, что наиболее вот такой вот оптимальный, в общем-то, из него можно составить любой рацион, и он будет покрывать не только потребности позвонков, да, но и вообще всего организма. Пожалуйста, зелень, молоко, рыба, желе, хрящи, яйца, рыба, сливочное масло, ну все есть, все, что необходимо. Даже можно как бы так, как некую такую оптимизированную диету этот список применить. Так, ну и переходим уже, напугал я вас достаточно остеохондрозом, да? Шутка, я пугать не хотел, я просто объяснил. Переходим, как лечить. Лечить будем жестко, непримиримо, целенаправленно и эффективно, чтобы он у вас прошел, остеохондроз этот гадский. Ну, задам вопрос, зачем вы пришли? Вопрос странный такой, да, зачем вы пришли? Зачем вы пришли? Конечно, пришли мы для того, чтобы выздороветь, скажете вы, Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, мы пришли к вам, чтобы выздороветь. Что за вопросы вы тут задаете нам? Но я хочу вас все-таки немножко здесь поддеть. Почему? Потому что вы как хотите выздороветь? Вот так?
И все, я выздоровел. Ну, потому что у многих же рефлекс, типа, ну я же должен выпить таблетку, ничего не делать, там, я же деньги потратил в аптеке там на таблетки, я же не должен больше ничего делать, я же все уже оплатил, вот я только должен выпить таблетку и ждать. Все, я сижу и жду. Когда же манна небесная и Божья благодать сойдет на меня, снизойдет и вылечит меня? Организм устроен не так, друзья. Он устроен так, что если человек готов работать за свое здоровье, ну, зная причину, конечно, да, которую я вам озвучил до этого, и причину мы с вами знаем, работать над этой причиной, тогда организм действительно дает нам благодать и дает нам здоровье, потому что он любит быть здоровым. Но мы должны послушать его и соблюдать те режимы, в которых он выздоравливает. А восстанавливаться организм может, как вы уже поняли из моей предыдущей лекции, восстанавливаться может он из любых состояний и в любом возрасте. В любом. Это я вам ответственно заявляю, как врач с не то что многотысячной, а с десятки тысяч клинических случаев на сегодняшний день, которые просто уму не поддаются, если так посмотреть с точки зрения обычного врача, который таблетками лечит. Как так? Без таблетки организм выздоравливает. Действительно, как так? Без таблетки организм живет вообще, да? Как-то без таблеток жить можно. Надо же обязательно пить таблетки, в аптеку ходить. Как же без этого-то? Никак? Вот, если вы пришли за здоровьем и готовы за него бороться, я не говорю, что надо бросить все, да, и бороться там за него, а бороться по той схеме, которую я вам предложу. Тогда вы пришли по адресу, вы теперь знаете причину, я сейчас вам расскажу метод, и будете бороться, и победите. И победите. Это я вам гарантирую. Значит, вот гимнастика, которую создал я на основе гимнастики моей давнишней, которую многие знают в интернете, но учел здесь такие моменты, про которые я уже сказал, да, что все-таки гимнастика моя давнишняя, она более для людей, которых как бы в самой начальной стадии остеохондроза. Потому что если делать ее уже людям, которых повыше стадии остеохондроза, они начинают допускать неточности, при том, что я объясняю технику этих упражнений в той гимнастике. Но сами анатомические упражнения такие, что допускают неточности. Вот, и получают обострение, не всегда возникает необходимый клинический эффект. И вот для того, чтобы люди могли даже с самыми серьезными случаями остеохондроза вылечиться полностью, я создал гимнастику новую, гимнастика прошлого года, 2019-го, которая уже клинически апробирована и доказана ее высочайшая эффективность. Она намного эффективнее старой гимнастики, она короче по времени исполнения. Всего 15 минут в день, друзья, у вас это займет. Всего 15 минут. Но эти 15 минут, если вы будете это делать каждый день, окупятся вам сторицей. И окупятся не только в смысле того, что здоровье у вас улучшится, но окупится с точки зрения и ваших финансовых составляющих. Потому что вы перестанете носить деньги в аптеку. Что, не надоело еще в аптеку деньги носить? Сколько можно? Толку-то никакого, только вред один. Вот, она проще, подходит для любого человека или любого физического состояния. Она безопаснее, то есть там я модернизировал, изменил, добавил новые упражнения, в отличие от старой гимнастики, для того, чтобы избежать микротравм, которые бывали при выполнении старой гимнастики. Вот. И что она представляет собой? Это же видеокурс, это не просто там я сижу и делаю гимнастику, как вот в старом видео, да? А это же целый фильм объемный, который вы, посмотрев, станете просто профессионалом в этой области. Это и подойдет и для врачей, которые хотят помогать людям действительно, а не просто там, назначать безумные эти препараты и просто ну, и находиться в ситуации
придатка фармакологической компании, который назначает препараты, при этом еще и в большинстве случаев за это еще ничего не зарабатывает. Ну что за бред, коллеги? Вы хоть немножко подумайте. Что вы делаете каждый день? Пишете бесплатно. Не, люди, не людей лечите, а бесплатно пишете рецепты людям, которые идут и потом в аптеке деньги несут. И ничего не получают за это. Ну что это за это? Это вообще какой-то сюрреализм, вообще бред. Вот, курс представляет две части: теория и практика. Значит, теория важна. Не бросайтесь сразу вы на практику, не бросайтесь. Изучите теорию. Там в теории я подробнейшим образом объясняю, что, где, как по каждому позвонку, там, по каждому сегменту. Ну, чтобы вы уже прям максимальную пользу получили, чтобы вы получили результат, а не получили очередное разочарование. Да? Для этого теорию я даю, там, подробно разбираю мышцы, связки, сухожилия, как что устроено, какие возможности, чтобы результат у вас был. Поэтому теорию внимательно изучаем, обязательно внимательно и четко. 14 видеоуроков, около 2 часов видео, эта гимнастика из себя представляет. Ну, конечно, это в моем исполнении, эти видеоуроки с моим участием непосредственным и так далее. В теоретической части у вас будут более 50 слайдов. Это очень мощная часть, вам ее придется посмотреть несколько раз, но вы выйдете на тот уровень знания и осознания, который позволит вам действительно добиваться максимальных результатов, зная, что вы делаете, да, конкретно. Потому что очень важно знать, какая мышца должна напрячься, да, какое ощущение должно возникнуть, какой анатомический аспект сработать, чтобы вы, имея зажатую шею, которая вышла из-под контроля, помните, я про мышцы, потерявшие структуру, рассказывал, чтобы вы поняли, где она хоть находится, и хоть поняли, как ее вообще напрячь теоретически, как ее ввести в работу, потому что многим это будет недоступно без теории, большинству, особенно если мы говорим о глубоких мышцах, там длинная прямая мышца головы и так далее. Вот, теоретическая часть, вот они слайды, видите, здесь подробно-подробно, вот по отделам, по позвонкам, вот отдельно там атлант, например, первый позвонок, кровоток разобран, мышцы, взаимосвязь сердца, мышц, ствол мозга с мозжечком, его кровоток, ну, в общем, ну, все. То, о чем я говорил, ну, подробнейшим образом разобрано, и это будет вам доступно к изучению. Еще раз от всего сердца, друзья, вас прошу. Инструмент действительно очень эффективный, крутой. Вот эта гимнастика для шеи доктора Шишонина 2019. Он себя зарекомендовал, все. Вот. Но я просто от всего сердца прошу, ну, потратьте вы там несколько часов своего времени и изучите. Изучите лучше с блокнотиком теоретическую часть, чтобы у вас было уже прям вот, ну, полное вот голографическое представление о том, что происходит внутри. Ну просто это вас... Вот саму практику вы будете по 15 минут делать, у вас результат будет не через там 2 месяца, а через 2-3 недели уже будет результат. И все зависит от понимания. Это очень важно. Мне же важно, чтобы вы начали делать и, имея теоретическую подкованность, да, добились результата, и это бы вас подстегнуло дальше, к дальнейшим результатам, чтобы вы выздоровели уже на полную катушку, а не просто получили облегчение. А этот инструмент, он, гимнастика для шеи 2019, он поможет вам выздороветь полностью. Полностью. Потому что полностью надо уметь наладить кровоток ствола мозга, и здоровье придет к вам, вернется. И вы будете радоваться, жить с кайфом и вообще с любовью к себе и всем окружающим. Значит, ну, 12 новых упражнений дальше после теории. То есть это упражнения, которые... Вот, эксклюзивные, которые я создал для вот новой гимнастики, для того, чтобы наиболее эффективно и быстро вас привести к здоровью. Демонстрацию упражнений делает живой человек. Я в это время объясняю, детально рассказываю, как, что, где должно напрягаться, как это делать, какая техника и так далее. Вот, это кадры из нашего фильма.
Вот профессиональный актер, атлет, помогает мне демонстрировать вам упражнения и, соответственно, изучаете вы это все и приводите свою шею в порядок. Опять же, разберите технику каждого упражнения детально, чтобы потом, когда вы целиком выполняете гимнастику, чтобы у вас это все вот шло органично, четко и как, вот, как будто вы играете на пианино, да, то есть вот на фортепиано. Вот вы разучили пьесу сначала, а потом начинаете исполнять. И вот когда, если вы не разучили, у вас идет коряво. А когда уже наработано каждый элемент пьесы, у вас идет музыка. Вот так же, чтобы как музыка лилась гимнастика для шеи. Изучайте технику подробно и ставьте ее сначала, а потом выполняйте уже целиком весь комплекс, чтобы прям 15 минут, и вы вышли на определенную ступень сразу выздоровления и здоровья. Вот, содержание курса «Гимнастика для шеи» доктора Шишонина 2019. Теоретическая часть, как я уже говорил. Что здесь, какие результаты, рекомендации о дополнительных методиках там дам. Потому что, конечно, когда шея у вас откроется, вам захочется что? И как-то еще что-то сделать. Потому что появится энергия в организме, появится уже вера в светлое будущее. Поэтому там и по ходьбе будут рекомендации, и будут рекомендации по питанию там, и так далее. Вот. Почему в новой гимнастике уделено значительно больше внимания грудному и поясничному отделу позвоночника? Вот там я тоже расскажу, что, зачем, почему. Но вкратце скажу сейчас, что очень важно то, что позвоночник — цельный орган, и все-таки при любой гимнастике, даже гимнастике для шеи конкретно, нужно проработать все остальные части, чтобы они не обиделись на шею и не стали возмущаться. Да? И грудной проработать, и поясничный. Тогда не будет обиды между братьями, тремя братьями, да, шейным, грудным и поясничным отделами. Они все будут довольны и, соответственно, счастливы. Как связан шейный отдел и ствол мозга? Ну, там подробно по структурам, там ромбовидная ямка, там мозжечок, там, гипоталамус, там все это подробно я разберу в теоретической части. Каким образом шейный отдел объединяет кардиологию и неврологию? Ну, здесь то, что я говорил в начале вебинара в виде симптомов, здесь уже подробно будет разобрано. Физиологические основы гимнастики. Почему особое внимание необходимо оказывать проработке шейного отдела? Вот. По какой причине в новой гимнастике введено специальное упражнение на проработку поясничного отдела? Ну, конечно, гимнастика на шею направлена, но и есть там одно упражнение для поясничного отдела, достаточно эффективное. Вот. Дальше переходим. Практическая часть. Изучив практическую часть, результат какой? Как я сказал, уже надо вот изучить, чтобы она прям уже гармонично у вас получалась. Вы научитесь выполнять разминку и 12 упражнений из новой гимнастики моей, которые помогут вам забыть о гипертонии и еще многих болячках. Узнаете, для чего предназначено каждое упражнение и каким образом выполнять, чтобы вернуть утраченное здоровье. Увидите порядок выполнения каждого упражнения в мельчайших деталях и легко сможете повторить их самостоятельно в домашних условиях. Потому что именно для домашнего применения и создавался наш курс. Ну и как коротко остановлюсь на результатах, которые вы получите, выполняя эту гимнастику. Первое. Исчезнут проблемы с давлением. Это железно. Это буквально почувствовать в течение там, недели, 10 дней. Пропадут дополнительные факторы риска, вроде диабета и повышенного холестерина. Но об этом я говорил, о диабете уже рассказывал, здесь просто это вывел в результаты. Вот, снизится угроза сердечно-сосудистых катастроф. Почему? Да потому что улучшится питание мозга, и мозг успокоится, перестанет сердце терроризировать, заставлять его постоянно нагнетать давление. Сердце будет отдыхать. Будет восстанавливаться. Улучшится кровоснабжение и приток кислорода к органам, чувствительным к кислороду и питательным веществам. Уменьшится нагрузка на почки. Почему? Потому что давление снизится, да? И риск развития хронической почечной недостаточности. Потому что высокое давление постоянное приводит к тому, что почки изнашиваются,
И возникает хроническая почечная недостаточность, которая тяжелое заболевание, требующее хронического гемодиализа. Вот. К чему приводит остеохондроз, да, по цепочке. Да, давление пошло, почки пострадали, потом гемодиализ, а виноват остеохондроз. Вот так вот. Шея, друзья, всему голова. Здоровье в подавляющем большинстве случаев портится от больной шеи. Есть пословица, да, рыба гниет с головы, да. Если говорить о болезнях, то можно так сказать, у рыбы-то шеи нет, поэтому с головы она гниет, да. А человек гниет и болеет с шеей. Вот так вот. И это истинная правда, дорогие друзья. Отступит необоснованное чувство тревоги, ну потому что будет кислорода много в голове, мозгу будет хорошо. Тревога, когда мало кислорода, паника, тревога и так далее. Ваша нервная система будет адекватно реагировать на ситуации. Появится возможность заниматься, вот это ключевой результат, я считаю. Физическая активность, о которой вы раньше даже боялись подумать. Вот. Мужчины, не забудьте про потенцию, да, я рассказывал выше там. Это я так, чтобы повеселее было. Друзья, не засыпаем, ставим плюсики в чат там, смотрим дальше вебинар. Скоро будем уходить на перерыв. Вернется интерес к активной жизни. Ну, это само собой. Чем лучше здоровее, тем веселее нам всем. Так, ну и бонус для вас я приготовил сегодня. Бонус — домашний экспресс-массаж. Это техника массажа особая от меня, авторская, которая позволит вам еще большего результата от этой гимнастики добиться. Значит, там узнаете, как правильно проработать позвонки, чтобы расслабить весь позвоночник, тем самым улучшить кровоснабжение. Как массировать боковые мышцы шеи, там особые техники покажу в этом бонусе. Как правильно разминать лопатки и плечевой сустав. Ну, в общем, все такая авторская домашняя техника, очень крутая, очень эффективная, которая позволит вам добиться еще больших эффектов и даже сможете помогать своим близким, родным с помощью вот этой техники. Ну и там всякие фишки, как прокатать грудной отдел и тем самым значительно улучшить результаты, получаем при выполнении гимнастики доктора Шишонина, новый. Вот этот бонус вы получите сегодня, так что изучайте и смотрите. Так, как заказать этот видеокурс, который гарантированно избавит вас от шейного остеохондроза и всех пакостей, связанных с ним? Ну, вместе, естественно, с бонусом, да, сегодня это все будет у вас доступно. Значит, есть две версии этого дела. Электронная версия, преимущества неоспоримые. Мгновенный доступ сразу после оформления, удобный личный кабинет, служба поддержки, банковская карта может вам при оплате просто без всяких разных начислений, там каких-то чеков и так далее, имеется в виду вот эти квитанции, все это автоматически формируется, никаких проблем нет. Не минус, ну, необходим доступ в интернет, но сейчас он, слава богу, почти везде есть. Ну, видеокурс на флешке, тут есть минусы в том, что долго ждать, пока она придет к вам по почте, только по России доступно, то есть за границу не закажешь. Ну и минусы — ждать доставку и, в общем, ну, флешка заказывают в основном те, кто хочет как сувенир кому-то подарить там на Новый год или день рождения, то есть вот такая вот история. Они красивые, вот такие вот, как брелок с нашим логотипом, классные флешки, ну, кому интересно, можете тоже заказать. Вот, сколько стоит видеокурс «Гимнастика доктора Шишонина для шеи»? Ну, сейчас я перейду к этому слайду, сколько стоит. Я хочу, чтобы вы опять вспомнили про то, сколько вы тратите каждый месяц на там. Ну, банально, просто не буду я долго вас там агитировать за, как говорится, за здоровье, да. Ну, просто банально вы должны понимать, что, ну, минимум 2, а то 3 тысячи, большинство и больше тратит в месяц на здоровье. И что вам делать? Ну, либо пару месяцев пить таблетки, либо приобрести курс и потом дальше их пить и тратить, либо приобрести курс, за пару месяцев вылечиться и потом не пить таблетки, и все эти деньги, которые вы носили в аптеку как раб, они просто останутся у вас, ну, и будет еще у вас и здоровье, и качество жизни. Ну, здесь
Для здравомыслящего, разумного человека выбор очевиден. Вот. Лучше выбрать здоровье и нормальное как бы, самочувствие. И вот избавиться от аптечного рабства, наверное, чем как-то опять дальше продолжать и так и остаться, и получить потом осложнения. Ну, друзья, думайте сами. Ну, вот я как по-человечески вам рассказывал просто вот плюсы-минусы. Вот и все. Ну и переходим к оформлению. Как вам оформить? Электронная версия, она кроме того, что у нее много преимуществ, она еще и дешевле. То есть цену сегодня на вебинаре мы вам делаем максимально низкую, которую можем сделать. На создание курса я потратил несколько месяцев, чтобы вот эти выявить все эти упражнения, действительно подготовиться к нему, там записали фильм. Вот, поэтому цена достаточно приличная. Сегодня мы даем большую скидку и на 3000 рублей меньше цены, которые обычно вы это все сможете приобрести. Поэтому пользуйтесь моментом, приобретайте. Сейчас появится кнопочка для заказа под вот этим вот слайдом. Заказывайте смело и начинайте свой путь к здоровью. Вот, кто закажет в ближайшие 20 минут, сейчас я вам еще один крутую фишечку подарю. Значит, появится таймер, техподдержка пусть выставит таймер. Значит, я вам еще подарю 5 суперэксклюзивных упражнений для желез внутренней секреции, для грудного отдела позвоночника. Отдельно 5 по железам внутренней секреции, особенно щитовидная железа, надпочечники. Вот. Какие делать упражнения? То есть это эксклюзив будет от меня. Вот. 5 будет по грудному, чтобы избавляться от грудной межреберной невралгии. Вот. И 5 упражнений по поясничному отделу и кровоснабжению малого таза, особенно тем, у кого там миомы, там какие-то там кисты, хронический простатит, вот это будет, чтобы вы уже могли вообще комплексно, как отдельный курс для позвоночника, это применять. То есть вот 15 упражнений для тех, кто закажет в ближайшие 20 минут, таймер работает, вы получите бонусом бесплатно, и это будет конкретный и полный эксклюзив, то есть этого нигде еще никогда не было и никогда не будет в открытом доступе, только для тех, кто сейчас это получит. Я вот это отдам. И для того, чтобы у вас был максимальный вообще путь к здоровью, самый лучший из всех, которые только могут быть. Вот. Итак, друзья, заказывайте. Но главное, должны понимать, что, конечно, когда вы закажете, вам уже станет легче, чисто психологически, что вот вы как бы исполнили, как говорится, действие, ведущая уже к здоровью. Но вы должны понимать, что этот заказ, это вы только открыли дверь. И теперь вам еще надо в нее зайти и дальше-то идти. Там же комната здоровья-то там, а еще не здесь. Поэтому, заказав, вы начинаете сразу применять. Но после перерыва. После перерыва и ответов на вопросы. Сейчас у нас с вами будет перерыв. А далее, через 15 минут, я буду отвечать на ваши вопросы по данной теме, ну, для того, чтобы уже до конца выяснить все какие-то моменты, которые вас волнуют. Все, увидимся после перерыва, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Галина, мне 60 лет. Еще 3 года назад у меня скачки были давления за 180, и верхнее, и нижнее 110. Было давление такое. Утром просыпалась головной болью. Вообще жить была не в радость. Не хотелось идти ни на работу, вообще ничего не хотелось. Было такое состояние, просто жуть. И вот я нашла в интернете, в свободном доступе гимнастику доктора Шишонина и стала ей заниматься. Боже мой, и результаты сразу показали себя. Я просто ожила, мне захотелось жить, мне захотелось творить, мне захотелось поделиться своей энергетикой с людьми.
перестала в результате этого пить таблетки. Вообще от давления сейчас я уже 2 года не пью вообще никаких таблеток от давления. И вообще никаких таблеток я не пью. Я перестала это делать, потому что мне это больше не нужно. Потому что давление нормализовалось. Ушли головные боли утренние. Само тело, оно отозвалось на мои усилия, прилагаемые. Мне захотелось заниматься спортом, ходьбой, заниматься чем-то по дому, жить, творить, любить, в конце концов. И все мои знакомые и друзья уже осведомлены от меня об этой замечательной гимнастике Шишонина. И кроме того, в прошлом году, в 90-м, он выпустил новую зарядку, усовершенствованную, которую я приобрела. И очень-очень чему рада, потому что она настолько действенная, настолько она эффективная, что просто диву даешься, как доктору Шишонину удалось подобрать так конкретно все движение, каждую мышцу чувствуешь и ощущаешь, и это замечательно, и она откликается на твои усилия и начинает работать так, как нужно. Кроме того, здесь, в нашем небольшом городке, я организовала кружок по интересам, в который ходят такие же любители, женщины, которые задумались о своем, так сказать, состоянии здоровья. И я им рассказала о гимнастике доктора Шишонина, и мы все стали заниматься ею вместе. И люди все оценили и были очень благодарны мне и, конечно, доктору, потому что я взяла его методикой, просто показала, как это делать, что это делать. И каждый почувствовал на себе изменения, которые дает эта гимнастика. И я вам всем советую, люди, пожалуйста, зайдите на сайт доктора Шишонина и посмотрите его все предлагаемые варианты, что кому нужно. И я уверена, что вы каждый найдете то, что вам нужно и интересно. Этот замечательный доктор настолько скрупулезно подходит к своей работе. Это просто удивительно. Я очень благодарна ему. И благодарю его и от себя, и от всех моих родных, и от всех моих знакомых, и от всех моих друзей и подруг, которые уже знакомы с ним хотя бы по Ютубу. Благодарю вас. И благодарю всех за внимание. Благодарю вас, доктор.
Привет, друзья! Ну как у вас перерыв прошел? Как настроение? Напишите в чат. Как ощущения? Сразу хочу поблагодарить всех, кто сейчас сделал заказ, потому что я уверен, что у вас уже пошел процесс выздоровления. Важна вера, основанная на определенных знаниях, да? Почему? Потому что, когда у человека есть вера, уверенность в том, что он делает, что будет результат, вот, а будет он обязательно, это я вам гарантирую, он делает системно. Системность — это самый важный элемент. Вот это очень важный момент, поэтому уверенность рождает результат. И результат такой, который даже многие не могут сейчас из вас себе и представить. Вот. Но тем не менее он будет. И он будет очень быстро, если вы подойдете по-взрослому к этому моменту. Теория, практика, все будет изучено и так далее. Вот тогда будет очень все хорошо. Задают в чате вопрос, как получить бонус. Бонус, друзья, родился у меня спонтанно. Всегда хочется что-нибудь подарить людям, поблагодарить их за то, что они пришли на вебинар, за то, что они меня слушают. Вот. Поэтому я бонус запишу в ближайшие там, несколько дней. И вот в вашем личном кабинете, а у того, кто заказал флешку на флешке, он уже будет. И он у вас откроется. То есть сейчас у вас в личном кабинете, кто уже оформил, есть гимнастика, есть массаж, экспресс-массаж домашний. Вот. И там появится еще бонус абсолютно бесплатно. Так что здесь будет все четко, не переживайте. Еще раз спасибо всем, друзья, за то, что вы пришли на вебинар. Спасибо за ваши вопросы. Я смотрю, здесь много вопросов, таких достаточно дельных, по делу. Так что начинаю серию ответов на ваши вопросы. Не забывайте делать заказы по ходу вот нашей сессии ответов на вопросы. Кнопочка у вас под трансляцией имеется. Так что вперед! Нелли спрашивает, с 38 лет приступы головокружения, вот уже начал развиваться остеохондроз, я тут комментирую. Ставят диагноз, синдром позвоночной артерии, вот даже диагноз вам поставили, да? Позвоночную артерию нашли, что она поражена у вас. В больнице снимают головокружение, ну я полагаю, капельницами там, скорее всего, и выписывают. То есть диагноз поставили, а лечат все равно симптомы. И, как я говорю, с упорством носорога. Вот наша современная медицина, она отличается упорством носорога. Вот так вот шоры, все, буду лечить. Что лечить? Симптомы. Ну и без разницы, все равно буду. Вот и все. Могу через неделю опять попасть в больницу. Ну правильно, потому что причину вам не устраняют. Да? То есть с шейным остеохондрозом, его осложнением, компрессии позвоночных артерий, которые у вас существуют, никто не работает. 2 года назад был обширный инфаркт. Из-за чего? Перегрузка сердца, про которую я рассказывал. Вот она жизнь, вот она, на самом видном месте. Хочу жить. Ну что могу сказать, Нелли, будете жить. Теперь, в отличие от всей вашей предыдущей жизни, вы можете работать с причиной, а не со следствиями. Поэтому каждый день работы с причиной будет вам приносить облегчение достаточно существенное. Ну и кроме этого, каждый день работы с причиной будет приводить вас шаг за шагом к состоянию полного оптимального здоровья. Так что живите и радуйтесь. Выполняйте курс. Алла, головные боли, головокружение, шаткая походка. Вот это мозжечок страдает. Помните, я про мозжечок рассказывал? А мозжечок где он? В задней черепной ямке. Вот он из позвоночных артерий питается. Вот он мозжечок здесь. Ему надо кровоток. Иначе он будет выдавать вот этот симптом головокружения, шаткая походка. Это как раз вот дисфункция мозжечка.
Какие упражнения необходимы? Скажите, пожалуйста, упражнения необходимы те, которые находятся как раз в гимнастике доктора Шишонина 2019. Выполняйте гимнастику, выполняйте массаж экспресс, который там у вас бонусом идет. И выполняйте мой эксклюзивный бонус, который я вам сегодня презентовал и дал возможность его приобрести. Это бонус из 5 упражнений для желез внутренней секреции. Особенно актуален будет тем, у кого проблемы, неполадки с щитовидной железой, с надпочечниками, да, с поджелудочной железой, для грудного отдела и поясничного, чтобы вот инфект был вообще железобетонный у вас. Так что делайте это все, и буквально через пару недель вы будете новым человеком, совершенно другим, абсолютно. И вот здесь можно сказать это уже уверенно и четко. И самое главное, вы избавитесь от аптечного рабства, в которое вас наверняка уже загнали, судя по вашим симптомам. А все это симптомы шейного остеохондроза, то, что вы описываете. Карен, как постоянное высокое кровяное давление из-за остеохондроза шеи влияет на почки? Да, я упомянул этот момент. И страдают ли почки от этого? В почках существует система клубочковой фильтрации крови. Когда кровь постоянно по этим клубочкам почек перемещается с повышенным давлением, они начинают изнашиваться, эти клубочки. И почки начинают плохо фильтровать кровь. В итоге теряется и падает функция почек, что приводит к тому, что вот при длительной гипертонии у человека давление, возникает симптом вторично сморщенная почка. То есть когда от давления почка, как орган диффузный, да, начинает вот дегенерировать, сморщиваться. Ну, буквально вот так же, как изменяются и хрящи, и позвонки, любая живая ткань, под, когда эксплуатируют ее безжалостно. Как и сердце, вот, когда при остеохондрозе перегружено, тоже идут изменения дегенеративные. То же самое и с почками происходит. И страдают они от этого очень сильно, чрезвычайно сильно. Поэтому, естественно, от остеохондроза надо избавляться, иначе через какое-то количество лет придется столкнуться с проблемами почек. Наталья спрашивает, сегмент рука, боль в локте, не имеет 3 пальца, большой, указательный, средний, голова кружится, помогите, пожалуйста. Ну, я об этом говорил, да, большой, указательный, средний – это поражение 5-го позвонка шейного. В моей новой гимнастике 2019 прекрасные есть упражнения для проработки и 5-го, и 6-го, и 7-го. Ну, вот, изучите анатомию, изучите теорию, там про 5-й позвонок много я рассказываю, на что он влияет. В том числе он влияет, кроме всего, у вас, у людей с такими вещами может быть и изжога, то есть рефлюкс гастроэзофагеальный. Потому что диафрагмальный нерв тоже нарушается его работа, и диафрагма плохо работает. Об этом тоже я рассказываю в курсе. Так что применяйте курс, и все у вас будет хорошо, и рука перестанет неметь. То есть проработаете грыжи или протрузии, что у вас там есть между 5-м, 6-м, и там 4-м и 5-м шейным позвонком, тоже восстановите. То есть, ну, вам прямое показание к этому. Ну, а головокружение — это симптом нарушения кровотока, то есть подтверждает то, что в шее есть зажим. Потому что головокружение – это мозжечок, а про мозжечок я только что рассказывал. Ольга, вот хороший вопрос. При аутоиммунном тиреоидите щитовидки есть противопоказания, так как эндокринологи категорически запрещают что-либо делать с шеей? Аутоиммунный тиреоидит Хашимото – такое заболевание, которое развивается в той или иной форме, там, более мягкой, более там, сильной, всегда почти при наличии определенного степени поражения шейного, ну, шейным остеохондрозом. И я в своей клинической практике все, что касается щитовидки, всегда вижу улучшение показателей при любых формах аутоиммунного тиреоидита, когда человек работает с шеей качественно и хорошо. Поэтому это делать можно. Эндокринологи запрещают не это. Эндокринологи запрещают массаж. Обычный массаж. Почему? Потому что
вредно, когда и так застой в шее, да, еще и гонять лимфу. Массаж гоняет лимфу. И щитовидка может от этого пострадать, может от этого... То есть остеохондроз не ушел, а лимфу разогнали. Возникают отеки, возникает еще более дисфункция щитовидной железы. Это из-за этого запрещают, но массаж обычный. А вот массаж, который я вам подарил в бонусе к этому курсу, ну, во-первых, гимнастику делать никто не запрещает, никакой здравомыслящий эндокринолог этого делать не будет, делать гимнастику запрещать. А вот этот вот спецмассаж, это необычный массаж, он лимфу не гоняет, он только снимает спазмы именно с глубоких мышц. То есть это вот как раз та форма массажа, которую делать можно, поэтому смело ее применяйте, и будет у вас очень хороший эффект. В том числе и по аутоиммунному тиреоидиту. А как теоретически это работает, вы поймете из теоретической части курса. Там я про щитовидную железу очень много рассказываю. Любовь спрашивает, будем делать гимнастику, сколько раз в день лучше делать? Лучше начинать с одного раза, потом некоторые по мере практики и по мере своих ощущений переходят даже к двум разам в день. Благо, что гимнастика 2019 года достаточно простая. И, соответственно, она всего 15 минут идет, то есть сделать с утра 15 минут вечером. В принципе, это несложно, и, в общем-то, это добавляет процентов 50 пользы от каждого дня, когда вы практикуете мою гимнастику для шеи. Поэтому, пожалуйста, делайте. По просьбам людей в чате, по вашим просьбам, дорогие мои, я еще раз ставлю таймер с возможностью получить вот мой сегодняшний экспромт-бонус, супер-эксклюзив от доктора Шишонина на 25 минут. Пожалуйста, заказывайте, в общем-то, пользуйтесь сниженной ценой на курс, пользуйтесь возможностью получить вот этот мой экспромт-бонус творческий, который сегодня у меня возник. Я для вас запишу качественный очень бонус, не менее качественный, чем сам видеокурс, и удивлю вас, я вас уверяю, удивлю вас в этом бонусе очень многими тонкостями и фишками, поэтому, пожалуйста, заказывайте и применяйте. Марина спрашивает, может болеть голова после гимнастики? Да, может болеть. Это говорит о том, что вы не до конца хорошо освоили технику. Поэтому давайте-ка сосредоточьтесь на технических моментах и выполняйте без усилий. Сначала освоите детально технику, потом начинайте уже применять усилия. Валентина спрашивает, есть смысл заниматься гимнастикой, если уже развилась медикаментозная хроническая почечная недостаточность? Ну, вы же живете, понимаете, вы же живете, то есть, если у вас шея поражена, то когда вы ее вылечите, вы со своих... Кстати, вот для тех, кто является рьяным клиентом аптеки, вот... Человек вам пишет, уже не я, вот один из нас, друзья, один из нашей сегодняшней бригады, так сказать, выздоровления, пишет нам, с чем столкнулся, являясь вот этим аптечным клиентом. Просто отравили человеку почки таблетками и все. За свои же деньги человек ходил, травил себе почки годами, кормил аптеки. А кто ему потом что возместит? Да никто ничего не возместит, всем все равно. И главное, никто ничего не понимает. Таких простых вещей вот не понимают врачи, не понимают люди. Явных вещей, шея изменена. Заходите, вот по улице пройдете, вот вы пойдете по улице сейчас вот после вебинара, пойдете по улице, посмотрите вокруг. Да нет ни одного здорового человека старше 50 лет, у всех шеи какие-то непонятные, вот такие. Еще вниз вот так смотрят постоянно, депрессии, шеи, все. О чем мы говорим, о каком здоровье нации? А что с детьми? Вот сейчас вот вы начнете делать мою гимнастику, да, вот каждый день, на вас же будут ваши дети, внуки смотреть. Вы им уже вложите в голову с детства, что оказывается нужно заниматься шеей. Он будет помнить с детства ребенок, что вот бабушка занималась, или мама занималась, или папа занимался.
гимнастика для шеи. И когда ему будет плохо, он вспомнит об этом, уверяю вас, в вашем примере вспомнит. И начнет делать. А еще лучше, если он сразу с вами начнет делать это все. Вот я хочу для детей, для маленьких, с ними сложно заниматься гимнастикой, записать курс отдельный в будущем гимнастики для шеи, не для шеи, вообще детской гимнастики такой, полезной именно, а не просто игровой какой-то, чтобы вы могли потом с ними заниматься и приучать их с детства к тому и научить их, где скрывается все здоровье. С детства вдолбите им в голову, что здоровье в шее. А заниматься смысл есть, потому что вы снимете нагрузку со своих больных почек. Они вам за это ответят благодарностью. Так что занимайтесь вот по моему курсу, заказывайте, занимайтесь. И будьте уверены, что эффект будет намного больше, чем вы вообще ожидали. Потому что когда с органа снимаешь нагрузку, он, несмотря на все усилия фармакологов и врачей, до этого предпринятые, он все равно начинает восстанавливаться. Будь то сердце, будь то почки, будь то поджелудочные, будь то любые другие органы, а прежде всего мозг головной. Светлана спрашивает, вопрос, влияет ли анатомическая особенность строения шеи, длинная, короткая, размер окружности на процесс развития остеохондроза? Противопоказания занятиям есть? Противопоказания этим занятиям фактически не существует. Противопоказания вообще в природе. Это слово такое, которое возникло от того, что в медицине принято употреблять яды, да? В виде медикаментов, лекарств, таблеток. И поэтому, естественно, у каждого яда есть противопоказания и дозировка. Да? Вот. Потому что они вредны, в общем-то, по сути своей, да? Токсичны. А когда мы занимаемся чем-то, что не токсично, противопоказаний нет. Тем более, это же не, я не заставляю вас поднимать гирю над головой там, и выполнять трюки Валентина Ивановича Дикуля, да? Чтобы вы там подбрасывали шар 40 килограмм и ловили его на шею, как он в цирке делал. Ни к чему хорошему это конкретно для него не привело с точки зрения здоровья. Вот. Ну и вам я такого не рекомендую. Я же вам рекомендую проверенную, четкую, абсолютно детерминированную, да еще и теоретически подкованную, да, теоретически обоснованную и практически проверенную, клинически испытанную гимнастику для шеи. Да плюс еще и специальный там массаж, и плюс еще и вот сегодняшний экспромт-бонус эксклюзивный, который будет исходить от профессионала в своей области. Поэтому никаких противопоказаний нет. Процесс развития остеохондроза поражает любые шеи. Длинные, короткие, толстые, худые, любые шеи, но по-разному. Толстые, короткие шеи поражает, вот как раз там начинается компрессия сильная, диски слетают и позвонки изменяются, да? То есть грыжеобразование большое идет. Длинные, худые шеи, такие птичьи, да? Они поражаются по-другому. Начинается разбалтывание позвонков. Ну и то, и другое приводит к зажиму позвоночных артерий, которые проходят внутри позвонков. И поэтому все равно возникает вот эта вся симптоматика, о которой я говорил. Головная боль, там, гипертония, там, головокружение. Ну и все. Сахарный диабет 2, потому что глюкоза нужна, кислорода не хватает. Ну и поперло. Вот. Поэтому здесь по-разному, но поражает всех. Потому что это такой гад, этот остеохондроз, он вообще губит цивилизацию. От одной гипертонии, ее последствий, инфарктов, инсультов, в мире каждый год умирает 16 миллионов человек. Да это вообще никакое заболевание. Атомная война с этим сравниться не может. И умирает, а ВОЗу плевать. Всемирная организация здравоохранения. Таблетки же покупают, все. А, умирает 16 миллионов, ну давай будем больше таблеток назначать. Может, меньше будет умирать. Назначают больше, умирает больше. Но никто на это внимание не обращает, потому что другие более серьезные проблемы есть у ВОЗа. Рак, например. Рака-то больше боятся. Кстати, связь рака и остеохондроза на самом деле прямая. Я эту связь описываю вот в этой книге «Медицина здоровья против медицины болезни». И еще у меня есть одна книга «Кибержизнь». Кто хочет узнать эту связь на клеточном уровне, пожалуйста, изучайте, читайте.
Нина спрашивает: добрый день, будет ли эффект от вашей гимнастики, если я буду некоторые упражнения делать лежа на полу на коврике? Ну, я не знаю, там все вы не сможете делать. Какие-то, которые сможете, попробуйте. В принципе, эффект будет все равно, потому что вы с шеей работаете. Я же говорил, что гиподинамия сковывает шею, и человек уже находится, у него как будто кольцо здесь одето, ошейник этого, как в фильме «Бегущий человек», ошейник одели, отбежал от аптеки на километр, все, ошейник взрывается. Да? Человек в аптечном ошейнике, надо другой снять фильм, не этот самый, не «Бегущий человек», а «Человек в аптечном ошейнике». Вот. Поэтому лежа на полу, там, ну, не знаю, попробуйте. В принципе, некоторые упражнения можно и лежа на полу делать. Главное, вот этот вот зажим, вот этот блок, вот этот ошейник, который ведет вас в аптеку, убрать и вырваться из аптечных сетей на воздух, на доброе здоровье свое, а не на погибель. Так, ладно. Жанат, я врач-гастроэнтеролог, на приеме почти у всех коморбидных больных обнаруживаю токсический гепатит. Им я рекомендую вашу гимнастику для шеи, и многие избавляются от АД постепенно. Спасибо вам, Александр Юрьевич. Благодаря вам я пересмотрела многие вещи в медицине. Вы правы, из-за этих протоколов я ушла из госучреждения в частную практику. Во, круто. Спасибо вам, коллега. Всегда мне очень приятно. Я, вот, когда я такие читаю комментарии, я понимаю от коллег, да, что вот какая-то часть людей, которые вот к Жанне отходят на прием, да, она получила шанс на выживание. Благодаря тому, что вот это все я делаю, и в итоге вот коллеги сталкиваются с этим и принимают мои протоколы, не ВОЗовские протоколы, а мои протоколы в свое лечение внедряют, получают эффект. А то, что вы упомянули про токсический гепатит, да, вот, кстати, гастроэнтеролог, да, что там, терапевт же там, кардиолог, что ему, какой-то там гепатит, там, да, да им плевать там на этот гепатит, там, что там, подумаешь, там, главное давление понизить. Что там, понизим давление, все, ВОЗ рекомендует, все. А что там, печенка там вылетает, человек желтым становится. Ко мне тут пришел один известный, очень пожилой человек на лечение. К ему-то назначили 26, по-моему, таблеток. И добавки там, и все подряд. Так он весь пожелтел. И еле уговорил я его, потому что пожилые люди, да еще известные, они обычно такие достаточно упертые. Вот еле-еле уговорил отменить таблетки. И все, и смотрю уже как бы бодрее, веселей. Так что спасибо, коллега. Татьяна спрашивает, можно ли посоветовать вашу гимнастику для шеи моей сестре, у которой были переломы шейных позвонков после операции в нейрохирургии, где заменили 3 позвонка. Не можно, а нужно. Таким пациентам вот после травм, операций, да тем более еще заменили 3 позвонка, здесь только за счет этой гимнастики, иначе там пережмет все позвоночные артерии там, рано или поздно до такой степени, что инсульт получится, не дай бог. Поэтому обязательно надо делать, и лучше всего, если делать вот такие пациенты с серьезными нарушениями, будут это полным комплексом. Вот сегодня, который доступен, вот сейчас вот идеальный, я считаю, получился состав, то есть гимнастика 2019 года, массаж, который я там бонусом даю, и вот мой сейчас экспресс-бонус, такой вот от души, как называется, да. Вот это вот таким пациентам это надо вот все делать будет, потому что, ну, и не только шея, вообще вот со всем позвоночником, потому что, ну, здесь надо уже на выживание работать. Антонина спрашивает, доктор, как вы относитесь к методу иглоукалывания при лечении грыж и протрузий? Что такое иглоукалывание при лечении позвоночника? Это попытка снять спазмы. Это я вам говорил, что мышцы дубеют там, да? Становятся уже такими однородными,
неволокнистыми, однородными, и их очень тяжело потом восстановить. Иглоукалывание в определенных случаях помогает немножко снять эти спазмы, то есть восстановить оно их не может. Поэтому, чтобы облегчить боль, первичную какую-то, если сильная боль, да, иглоукалывание работает хорошо, но как метод вот восстановления оно не может. То есть человек должен заниматься, понимаете, заниматься шеей, двигать, делать гимнастику. Тогда она будет восстанавливаться. А нельзя нажать волшебную точку даже китайской хорошей иголкой. Почему еще я так уверенно говорю? Потому что ко мне приходит очень много пациентов из восточных регионов страны нашей, дальневосточных, которые имеют возможность ездить в Китай с этими проблемами. И в самые лучшие клиники Китая, там, где делают именно традиционную медицину. И, к сожалению, да, они все говорят одно и то же, что да, болевой синдром уходит на время, но потом это все возвращается. То есть это как бы мера такая облегчения, но никак не мера лечения. То есть иглоукалывание может облегчить ваши первичные шаги, но полностью вывести на здоровье оно вас не может. Для этого необходимо будет делать гимнастику для шеи обязательно и непременно. Поэтому берите вот мой курс и делайте, не забыв при этом для достижения наилучшего и оптимального результата изучить сначала теорию. Так, Татьяна, еще вопрос вдогонку. С какой периодичностью делать эту гимнастику? Ну, это я уже отвечал. Там, перед сном, не перед сном, кому как больше нравится, можно хоть 2 раза в день. Но не сразу, постепенно к этому идти. Залина спрашивает, у меня протрузия нервных корешков, лет 15, остеохондроз, мучаюсь, устал ходить по врачам. Ну, вот для вас сегодняшний вебинар, то есть вот для вас я сегодня стараюсь, Залина. Так что давайте, избавляйтесь уже от этого. Хватит тоже деньги носить врачам, аптекам и ничего не получать. 15 лет уже мучаетесь. Все? Отмучились? Теперь вы встретились со мной и моими разработками. Вперед из песней. Нет такого остеохондроза, который не может быть побежден гимнастикой доктора Шишонина для шеи 2019 года. А с дополнениями, которые сегодня вам доступны, так вообще это уже считайте вопрос решенный. Но что самое главное? Системность, уверенность и работа ваша. Придется оторваться от дивана и заниматься по 15 минут в день. 1 или 2 раза, ну, хотя бы один. 15 минут в день, по-моему, это нормально абсолютно. Так. Так, что тут у нас? Тамар, дорогой доктор, если можете, объясните причину болезни Паркинсона. Помогите, мне кажется, вы все можете. С Паркинсоном опыт у меня достаточно такой весомой работы. Скажу просто, вот без всяких, не буду умничать там, ну что это такое? Паркинсон – прогрессирующее нарушение кровотоков с триополидарной системой. О, хотел сказать проще, сказал, не пойми что, да? Вот, ну, в общем, там есть в голове ретикулярная формация, такая структура, которая отвечает за все движения. И когда нарушается ее питание, она начинает дегенерировать. И возникает вот этот Паркинсон, который не пойми как лечит. Там, ну, конечно, применяет просто опять препараты, которые снимают симптомы, да и то неэффективно. Вот, когда шею лечим, восстанавливаем кровоток, симптомы уменьшаются. Это я могу вам подтвердить, просто как клиницист вот, с огромным опытом и наблюдавший этих людей. Но этим надо заниматься постоянно, вот и все. Будет заниматься тем, что сейчас я вам даю, вот эти вот курсы для шеи. Вот это вот самый для Паркинсона лучший вариант, потому что только это и может улучшить кровоток мозга. Больше ничего не поможет.
Остальное все это химия, травля и снятие симптомов без какого-либо просвета в будущем. Поэтому заказывайте курс, оформляйтесь и занимайтесь. Ну, позанимайтесь пару месяцев, эффект уже будет налицо. Так, Елен, 3 грыжи в шее, 5-6-7. Начались проблемы с глазами, сужение сосудов, двигательные функции нарушились. Пройдут ли грыжи, восстановятся глаза? Грыжи пройдут. Почему? Потому что, помните слайдик в теоретической части в начале, да, который я озвучивал? Хондробласты, хондроциты, хондрокласты, да? Когда хондрокласты плохо работают, грыжа начинает расти. Почему? Потому что клетки изнашиваются, хрящевые, а убирать их некому, хондрокласты не работают. Но то, что они растут, грыжи, говорят о том, что новые-то постоянно тоже образуются, хондробласты работают. Вот когда восстановите кровоток с помощью моей гимнастики, у вас хондрокласты активируются, грыжу утилизируют, то есть через 2-3 месяца применения гимнастики вы сможете сделать МРТ, и у вас там грыжа уменьшится. Вы прям удивите этим ваших хирургов, там, невропатологов и МРТ-диагностов. Вот, так что восстановление. А глаза восстановятся, потому что позвоночная артерия, когда заходит в череп, питает не только ствол мозга, отдает маленькую веточку, которая по дну черепа идет и питает зрительный нерв и сетчатку глаза. Поэтому улучшается зрение у 100% людей, которые делают мою гимнастику для шеи. У кого сильные проблемы, сильно улучшается, у кого проблемы не сильные, незначительно улучшается, то есть нормализуется. Поэтому, а поскольку пережато, вот сужение сосудов, то есть спазм. Офтальмолог смотрит, глазное дно, у вас там спазм и все дела. Вот так. Так что занимайтесь на здоровье, будет вам эффект, будет вам счастье, будет вам избавление от врачебно-аптечного рабства. Коллегам обращаюсь. Коллеги, подсаживайте людей не на таблетки, а на мою гимнастику. Вам больше будет пользы для авторитета, а людям больше будет пользы для здоровья. Вот и все. Или изучить мою гимнастику, и вместо того, чтобы ввести прием в поликлинике, когда вы выписываете всем одинаковый рецепт, соберите всех в кабинете или в коридор, выйдите, поставьте стул и начинайте делать в поликлинике прям мою гимнастику для шеи. Вот будет прикол. Но зато будет эффект. Или в зал ЛФК, в поликлинике есть зал ЛФК, вон завели и делайте что. Для людей будет... Вот где-нибудь на местах врачей, сейчас меня коллеги смотрят, вот так вот делайте. Собирайте людей, делайте с ними мою гимнастику. Будете самым авторитетным врачом у себя в городе. 100% вам говорю, даже вот без всяких этих, без всяких шуток. О, Марина пишет. Делаю гимнастику для шеи 2 месяца, рост увеличился на 3 сантиметра. Почему? Потому что начали питаться каждый диск межпозвоночный, да, вот он, их там 33 в позвоночнике, меньше, чем 33. Вот 30 дисков, да, в позвоночнике, представьте себе, каждый на 3 миллиметра приподнялся, вот на 3 сантиметра увеличился человек в росте. Помолодел. Не зря же говорят, люди, когда стареют, к земле прижимают, рост уменьшается, да. Вот это есть эффект омоложения. Ну, сразу задам каверзный вопрос. Вот человек делает мою гимнастику, рост увеличился на 3 сантиметра. А вот если вы таблетки пьете, как вы думаете, вы будете пить таблетки 2 месяца, у вас рост увеличится на 3 сантиметра или нет от таблеток? Ну, понятно, да? Вот явный физический эффект, да, и, извините за выражение, хрен знает что. Да еще и вредное, токсичное, да? 2 месяца срок, вот. Финансы одни и те же, но результат совершенно другой. Вот и все. Так. Люда спрашивает. Вот, смотрите. Вот это вот вопрос для всех, кто начнет сейчас практиковать и
вот в какой-то момент, как я говорю, пропадает какая-то вера, да, вот уверенность пропадает. Для этого я предлагаю всегда вести дневник. Не по давлению вашему там или каким-то этим, а по всем. Вот там боли в шее, например, там давление, там прием, сколько препаратов принимаете, да, там сколько принимали, сколько там уменьшили, там боли головные, там головокружение, там по всем симптомам. Вот каждый день ставите плюсики, выписали все свои симптомы, ставите плюсики. Потом поменьше плюсиков будет, поменьше, поменьше, и будете видеть результат. А тот человек задает вопрос, Люда, боли в шее постоянно. Дальше пишет, гимнастика пока не помогает, но давление убрала. Это как так? Гимнастика не помогает, если давление убрала. А? Вот. Люда, делайте дальше, и уйдут ваши боли. Уйдут ваши боли, потому что давление уже ушло, а давление... Многие мечтают убрать давление с помощью таблеток, не могут. Потом начинают делать гимнастику, убирают. Для людей это вообще мечта несбыточная. Вот она мечта у нас под руками. Вот. А шея ваша пройдет, просто время еще не пришло. Делайте дальше, и все будет у вас хорошо. А всем остальным вот совет, ведите дневничок, вот такой вот от руки написанный, и у вас всегда будет, у меня результат, плюсиков поменьше, 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 и через там 2-3-4 месяца смотрите, у вас уже ничего не осталось из плюсиков, а осталось только здоровье, прекрасное самочувствие и наслаждение жизнью. Сняли аптечный ошейник и пошли на свободу. Наталья спрашивает, какие есть противопоказания к вашей гимнастике? Об этом ничего не говорили. Нету никаких противопоказаний к моей гимнастике. Нету. Там настолько все проверено, что ничего невозможно обострить и ничего невозможно навредить. Только можно улучшить. А к улучшению, да тем более не токсическому, а естественному, никаких противопоказаний. Не то, что я там такой вот, вот нету противопоказаний. Да? Просто ну не может их быть физически. От чего они? Я же не травлю ничем людей, там, не заставляю там, кувыркаться через голову, там, да, бить себя по голове там, чем-то там, или по шее. Там, да. То есть я естественными методами безопасными, поэтому какие противопоказания? У меня люди даже при онкологии ее выполняют, чтобы просто физически лучше себя чувствовать. Поэтому делайте. Ирина спрашивает, у меня височно-челюстной синдром, постоянно головные боли, поможет? Ну, смотрите, опять вернемся к нашим баранам, да? Височно-челюстной синдром. Что это за диагноз вообще? Как можно вообще дальше о чем-то говорить? Синдром не может быть диагнозом. Синдром в медицине – это набор из нескольких симптомов. Симптом в медицине никогда не может быть диагноз. Он указывает на диагноз, но никогда не может им являться. Височно-челюстной синдром – это симптом, симптомокомплекс, который сопровождает в 100% случаев шейный остеохондроз. А он еще и подтверждается у вас постоянными головными болями, которые тоже… При остеохондрозе, как мы вначале разбирали. Потом вопрос, поможет на 100%, на 100%, потому что это прям вот конкретно симптомокомплекс, синдром височно-челюстной и постоянно головные боли, это набор симптомов, который говорит о вашем шейном остеохондрозе, а именно с ним борется гимнастика моя 2019 года. Заказывайте, используйте все бонусы и... Будет вам счастье. Так, Елена спрашивает, у меня мозг отключает левый глаз, связано ли это с шеей? Я не знаю. Там может много быть причин. Шея одна из них очень частая. Можете попробовать начать делать гимнастику, она нормализует кровоток. Ну, на 80% это приведет к тому, что как бы вам станет лучше и уйдет этот симптом. Если не уйдет, ну, приезжайте в клинику, я
Тут уже детально разберусь, как профессионал, как мастер, да, и найдем причину. Ну, должно помочь, вот 80%, что поможет, поэтому делайте вот эту гимнастику, которую сегодня я, про которую рассказываю и о которой беседуем, и будет у вас все хорошо на 80%. Если не поможет, тогда ко мне. Там среди всех причин этих есть одна опасная, не буду вас просто пугать, она редко бывает, ну, давайте попробуем так, вот даю вам месяц, потом уже приезжайте, если не будет результата. Вот Татьяна спрашивает, как начать закаливание, холодный душ, остальное все выполняю. Ну как начать закаливание, холодный душ? Вы же себя любите? Холодная вода для организма нашего, изнеженного вот этой вот гиподинамией, вот этой вот не пойми чем там, образом жизни нашим комфортным. Для организма, для природы нашего тела, для глубинной природы. Холодная вода — это счастье, любая встреча с холодной. Ну подарите себе кусочек счастья, ну пойдите вы в этот душ, ну облейтесь вы, ну не умрете вы от этого. Выйдите оттуда героем, героиней выйдите. Будете себя чувствовать, как человек вообще вот какой-то совершивший прям какой-то подвиг. Серьезно, без шуток. И все, и вот так вот. Прям бегите, прям сейчас бросайте вы все. Это дело, я думаю, что вы уже заказали гимнастику, прям сразу все, уже вам вот конкретно разрешаю, прям сразу сейчас прям бегите прям в холодный душ и обливайтесь ровно 30 секунд, все, потом вытирайтесь полотенцем и бегите назад сюда, у нас еще время есть, минут 20, мы как раз с вами закончим ответ на вопросы, 20 минут вам хватит, отчитайтесь там в вопросах, напишите. Так, Алла спрашивает, у меня 4 грыжи в шее, болит вся шея, что делать? Делать гимнастику для шеи, доктор Шишонин, 2019, именно для вас я ее и создал. Все, делайте ее, и все у вас будет хорошо. Это не предел 4 грыжи, у меня были люди и там и 5 грыж в шее, и ничего страшного, все выздоравливают. Татьяна, боюсь ложиться спать, сильно не имеют руки, мучаюсь всю ночь. Ну, это мы говорили, да, нервы обсуждали, которые в шее пережимаются. Ну, надо заниматься, Татьяна, надо заниматься. Больше-то выхода и нет другого, на самом деле. Иначе так и будете бояться. А что это за жизнь? Человек боится спать. Позанимайтесь пару-тройку недель, уже совершенно другой будет вариант. Забудьте о том, что вообще когда-то боялись чего-то. Не только спать. Тамар, занимаюсь вашей гимнастикой полгода, огромное спасибо. А когда можно убавлять мои таблетки? Кризов нет. Таблетки так убавлять. Берете полдозы, снимаете каждой таблетки. Потому что к ним вы привыкаете. Таблетки — это же не только отрава. Они еще и как наркотики, к ним человек привыкает. Вот когда их отменяют, возникает синдром отмены, как у наркоманов, когда у них отнимают наркотик, у них там хреново им, ломает их там, да, выкручивает. Так же и у гипертоников. Отменяют таблетки, а давление вырастает, потому что организм уже привык к таблеткам. Вот 2 недели надо потерпеть, давление потом опять снизится. Потом еще от оставшейся половины дозы еще четвертинку снимаете, да? И так вот постепенно. Потом у вас опять вырастает, да, синдром отмены. Потом опять нормализуется. И так постепенно вот уходите с препаратов такими 2-недельными интервалами. Можно это не через полгода начинать. Можно начинать это уже после месяца выполнения гимнастики. Но надо понимать, что вот синдром отмены он будет обязательный. И когда он возникает, его надо перетерпеть. Это вот как... Я не знаю, как при наркомании ломки перетерпеть, как при похмелье перетерпеть похмелье, так же и вот при таблетках перетерпеть вот этот синдром отмены, иначе придется опять вернуться к употреблению таблеток, да? То есть вы фактически зависимый человек. Химическая у вас зависимость. Это надо четко всем понимать, кто на таблетках сидит.
Химическая зависимость уходит только через вот такое поэтапное снятие препарата. Сразу не снимаем, чтобы совсем не шарахнул криз, потому что страшно, и человек начинает опять пить. Шея вроде здоровая, а зависимость есть. Вот от нее надо аккуратненько избавиться. Ирина, при болезни Бехтерева можно ли делать гимнастику? Болезнь Бехтерева – это такое заболевание, которое сковывает шею настолько, что там особо ничего не сделаешь. Смотря какая форма. Если у вас шея крутится, значит, это у вас не болезнь Бехтерева, а что-то другое. А если вот конкретная болезнь Бехтерева сковала, человек все уже весь дубовый, то тогда такие случаи только в клинике поддаются там шею, чтобы немножко раз это, чтобы она хоть как-то начала крутиться, и потом уже можно делать гимнастику. Александр спрашивает, какую гимнастику лучше делать при начальном шейном остеохондрозе? Новую или старую? Начальный остеохондроз начальный остеохондроз С4, С5, С6, С7. Да какой это начальный остеохондроз? С4, С4 позвонка. Начальный — это когда один позвонок. А у вас, кто это вам такое сказал? Если у вас изменения в 4 позвонках уже, и дисках между ними, то это уже не начальный. Лучше, конечно, новая, она безопаснее, эффективнее. Тем более тут сейчас бонусы такие идут, что очевидно преимущество. Так что заказывайте вот эту новую гимнастику и делайте. Но знаете, что у вас не начальный, и вам надо не так относиться. А, у меня начальный. Потом как шарахнет, гипертонический криз какой-нибудь, или, не дай бог, микроинсульт. Вот тогда вы поймете, что такое остеохондроз. Он коварный, начальный. Отнеситесь серьезно, пока он у вас там какую-нибудь вот эту вот гадость не вызвал. И все будет хорошо. Во, Любовь спрашивает. У подруги был инсульт 2 года назад. Пьет много таблеток. Головокружение, головная боль сохраняются. Поможет ли ваша гимнастика восстановиться? Вот все пациенты, которые приходят ко мне, 50% где-то, они приходят после тех или иных форм инсульта. Ну, потому что вы поняли, почему. Мы об этом говорили в начале. Там микроинсульт, там серьезные инсульты там, и так далее. И многие приходят, к сожалению, из них после 2-го, 3-го инсульта, да, повторных. Когда у человека случился инсульт, и потом он не стал делать гимнастику для шеи, это значит 100%, что у него будет 2-й инсульт. В любом случае никакие таблетки от этого не спасут. Спасет только гимнастика для шеи. Иглокружение, головная боль – это симптомы остеохондроза, поражение шеи. Поэтому не просто нужно делать, это необходимо, как воздух ей. Иначе будет рецидив, повторное, повторение будет. Поэтому спасайте вашу подругу, и пусть она делает то, что я рекомендую, потому что это единственный метод спасения. Вот я от души говорю, просто без всякого задней мысли. Там, это единственный метод для этих пациентов не допустить повторов и выйти из этого капкана, снять этот, к чертовой матери, этот ошейник фармакологический, аптечный, и освободиться от этой гадости. И выздороветь, восстановиться. Все, есть шанс, все есть. Надо срочно выбираться, иначе все, иначе погибает человек. Он погибает сначала психически, потому что у него нет кровотока, у него нет выхода, он после инсульта, ему не лучше. Он жрет эти таблетки горстями, а ему не лучше, он просто морально уничтожен. Понимаете, надо шанс какой-то человеку дать, чтобы вот он вышел. И этот шанс только в этом. Все, больше природа нам других шансов не дала, понимаете. Вот нету других шансов. По природе нашего тела нету. Поэтому спасайтесь. Татьяна спрашивает, можно ли уйти от таблеток диабетикам? Возможно ли такое с помощью гимнастики или других способов? Сахарный диабет 2-го типа при выполнении гимнастики доктора Шишонина 2019 года пройдет у вас в любом случае. В любом. Потому что сахарный диабет – это не заболевание 2-го типа. Это способ мозга вашего при сильном остеохондрозе, который нарушает поступление кислорода в мозг, подпитать себя энергией
И мозг из-за безвыходности заставляет поджелудочную железу через гипоталамус, через гормональную регуляцию, изменять баланс сахара в крови и повышать сахар. И у вас растет сахар. Как только вы наладите кислород, мозгу не нужно много сахара. Он сразу скажет, не-не, мне сахар не надо, все, поджелудочной железе, успокойся, там все, там работай там потише, чтобы не было сахара. И это происходит у каждого пациента, которому мы лечим шею. Я не считаю уже на сегодняшний день, я настолько обнаглел уже, что не считаю сахарный диабет второго типа чем-то стоящим внимания, потому что у наших пациентов он у всех проходит. И как-то это для нас уже обыденность, которая, прошел и прошел. Человек пошел сдавать сахар после курса лечения в клинике или после длительного, пишет письмо там, ой, Александр Юрьевич, у меня сахарный диабет 2 прошел. Прошел, я даже не удивляюсь уже. Поэтому делайте, все у вас будет отлично. Так. Алла, подскажите, пожалуйста, гимнастика при шейном остеохондрозе помогает при вегетососудистой дистонии? Кстати, вот, хороший вопрос. Все, у кого стоит этот дурацкий диагноз вегетососудистая дистония, знаете, что этот диагноз, который вам ставят, это и есть симптом опять пресловутого шейного остеохондроза. И ничто иное. И вся дистония у вас пройдет тогда, когда вы восстановите свою многострадальную шею. Восстановите шею, не будет у вас никакой дистонии. Потому что дистония – это нарушение тонуса сосудов, который регулируется из ствола мозга, про который мы говорили в начале. И вот когда вы этот кровоток наладите, у вас вся регуляция сосудистая восстановится. Все. Делайте на здоровье, заказывайте гимнастику, делайте и будьте здоровы, избавляйтесь. И всем советуйте, у кого этот ВСД, потому что наставят там ВСД по гипертоническому типу, ВСД по гипотоническому типу, ВСД там с синдромом там мигрени, мигренозный там, что только не, и от каждого все разные препараты, таблетки, человек уже впадает в депрессию, говорит, дайте мне от депрессии еще таблетки. Потому что я не могу, у меня депрессия, у меня ВСД, дистония, все, я умираю. И психологи еще подключаются. Причин надо лечить, все будет хорошо тогда. Так, я надеюсь, наша слушательница, которая бегала в холодный душ, вернулась уже. Потому что скоро будем заканчивать наше мероприятие замечательное. Не хочется заканчивать, мы, может, до вечера будем болтать. Приходится, потому что надо еще и с семьей побыть, да? И не только мне, и вам надо побыть со своими семьями. Что ж, только один Шишонин и Шишонин, это бесконечно. Я вас всех люблю, друзья. Поэтому всегда неохотно с вами прощаюсь. Вот. А вам, кто сбегал в холодный душ, привет. Совершили подвиг сегодня вы, сделали шаг к здоровью. Так, Ирина спрашивает, может ли шейный остеохондроз провоцировать аритмию? Как вы думаете, шея пережата, мозгу кислорода не хватает. Мозг все время истеричные команды сердцу шлет. Давай так качай. Нет, давай вот так качай сегодня. Нет, давай вот так вот качай. А сейчас побольше качай. А сейчас поменьше качай. Сердце уже, оно... Там же тоже маленький свой мозг есть в сердце. Он уже все очумевает от этого просто каскада бесконечных распоряжений начальства. И начинает уже, конечно, сбои давать. От этого аритмия. Вот это вот я в одном из видео об этом говорил. Четко достаточно рассказывал. Да, кто представляете себе, да, у вас начальник есть, он звонит и говорит, так, делай это, вы пошли делать, потом через 5, нет, вот так, делай это, вы пошли делать, нет, а теперь вот это делай, что с вами будет? У вас будет аритмия. То же самое и с сердцем. Так, за этот месяц было 2 эпизода аритмии при долгом сидении за компьютером. Вообще классика. Появлялись внезапные экстрасистолы, длились около 4 часов.
внезапно заканчивались. Это значит, что у вас нестабильность в шее, надо делать гимнастику само собой. Суточный мониторинг в норме, больше эпизодов не было. Могу ли провоцировать данную ситуацию защемление в шее? Да, это и есть проявление вот этой вот ситуации, про которую я так красочно только что рассказал. Поделайте гимнастику. Вообще, кто... Вообще, ребят, вот допустим, нету этого остеохондроза у вас, да? Ну, допустим, хотя это, конечно, вероятность низкая, что его нет. Но у вас работа, вы сидите за компьютером. Вы что, хотите, чтобы он был, вот этот гад развился у вас, вот этот шейный остеохондроз? Ну, хотя бы для профилактики делайте гимнастику вот эту вот, которую я сегодня вам про нее рассказываю. Хотя бы там пару раз в неделю, по 15 минут. Орган свой рабочий, которым вы работаете, подпитайте, дайте ему, и так больше денег заработаете. Вы же умнее будете от того, что кровоток-то хороший, правильно же? Логически же все, четко. Я тут ничего не придумываю, каких-то конспирологических теорий, правильно? Так. Любовь спрашивает, как спать при шейном остеохондрозе? Ну, шейный остеохондроз – это болезнь, которая мешает спать. Как вы будете при нем спать? Пока не вылечите, спать не будете. Все, лечить шейный остеохондроз и будете спать. Ну, правильно же, логично. Тут как бы лечите, занимайтесь гимнастикой, поделайте пару недель, все, и будете спать себе, как вот вообще, как младенец будете спать. Ольга, доктор, а невралгия тройничного нерва с остеохондрозом связана, СОС очень важно. Все пары черепных нервов, в том числе и пятая пара черепных нервов, тройничный нерв, исходят из ствола головного мозга. А ствол головного мозга питается из позвоночных артерий, про которые я вам рассказывал. Невралгия тройничного нерва – это не диагноз. Вернемся опять к глубокому рассмотрению причинно-следственных связей. Невралгия тройничного нерва – это что? Боль в тройничном нерве. Откуда идет нерв? Из ствола мозга. Ствол мозга откуда питается? Из позвоночных артерий. Бинго! Задача решена. Налаживаем кровоток по позвоночным артериям, тройничный нерв будет работать нормально. Вот и все. Не знаю, почему невропатологи этого не понимают. Даже как-то обидно за невропатологов. Они же ведь все прекрасно знают анатомию черепных нервов. Какая пара за что отвечает. Но почему-то не так. Почему-то начинают делать уколы, блокады и все остальное, которые не помогают, естественно, потому что причина-то она глубже лежит. Вот и все. Елена, головной болью, если страдаю с детства, говорят, что при родах сворачивают позвонки. Вот здесь в этой книге целая глава посвящена, называется глава «Как приседает ваш ребенок родовым травмам». И вот этим всяким вещам, ВСД с детства, головная боль с детства, все это шея, травмированная при родах. Это доказал еще великий Ратнер, профессор, мой тезка, кстати, полный, Александр Юрьевич Ратнер, еще в 60-х годах прошлого века. Поэтому вам гимнастику делать надо обязательно, и впервые вы избавитесь от этой вашей детской головной боли. У меня даже в клинике есть детское отделение, где мы лечим эти родовые травмы деткам. Так что если у кого-то есть подозрение, ребенок родился, плохо спит, орет по ночам, не говорит после года, кровоток-то мозга нарушен, да, походка плохая, там еще что-то, все ко мне сразу, шею сделаем, другой ребенок будет. Лара спрашивает, панические атаки связаны с остеохондрозом? Ларочка, панические атаки, вообще мозг когда впадает в панику? Когда ему кислорода не хватает. А когда нестабильность в шее, позвонок, раз зажал артерию позвоночную, резко не хватает, паника сразу у мозга. Потом человек бегает или лежит, ой, у меня паника, я умру.
А действительно может инсульт получить, если сильно зажмет. А потом раз — отпустило. Кровоток восстановился. Да? Позвонки расшатались, болтаются. Раз — легче ему. И вот так и живет. Пока до чего-нибудь плохого не доживет. А надо жить хорошо. Поэтому делаем гимнастику для шеи, Лариса. И... Нет, Лара. Лара, делаем гимнастику для шеи. Пользуемся массажем, бонусом. И все у вас будет хорошо и отлично. Не будет у вас никаких панических атак буквально через месяц. Но если там очень сильная какая-то нестабильность, которая не лечится гимнастикой, бывает такое вот, такая там противная, там позвонки аж прям как хотят все время съехать, тогда в клинику приедете, мы здесь вас точно под контролем УЗИ, прям сосуды будем смотреть, прям приведем в порядок, все будет отлично. Ну, последний вопрос на сегодня интересный. Любовь спрашивает. Здравствуйте, 4-й год, мучает отек носа. Ни лор, ни аллерголог так и не помогли. Проблемы с позвоночником у меня есть. Может ли моя проблема с носом быть из-за проблемы с позвоночником? А помните, я вам показывал на слайде в начале нашей сегодняшней встречи вены позвоночные. И говорил, что когда они пережаты из-за остеохондроза, возникает скопление жидкости в голове, в мозге, в том числе и в носовой полости. Вот так бывает индивидуально, да, что жидкость больше скапливается в носовой полости, и возникает отек, который, конечно же, уходит, когда человек восстанавливает венозный отток по позвоночным венам с помощью вот этой гимнастики моей 2019 года. Так что, любовь, пожалуйста, выполняйте. И я такие случаи нередко встречал в своей практике, поэтому сразу отвечаю так четко на этот вопрос. Гимнастика вам поможет, восстановит венозный отток, и у вас пройдут и проблемы с позвоночником, и проблемы с отеком носа, который уйдет, потому что уйдет лишняя венозная кровь. Дорогие друзья, я вас всех очень люблю. Спасибо вам за мощную такую активность сегодня. Буду записывать бонус для вас. Постараюсь вас удивить такими хитростями, тонкостями. Всех у вас бонус будет на флешках, будет открыт в личном кабинете, как только я его запишу. Ну, любви вам, счастья, здоровья, разума, здравомыслия побольше. Терпения, труда и уверенности в результате. Я всегда с вами, ваш доктор Шишонин на связи. У нас в клинике есть онлайн возможность проконсультироваться. Мои ребята вас проконсультируют. Если что, пожалуйста, заявку оставьте, вам все сделают. Служба заботы всех, кого есть вопросы, всех озаботит, своей заботой обласкает. Все у нас будет четко. Ну и до новых вебинаров, до новых встреч, друзья. С вами был ваш доктор Шишонин, любящий вас от всего сердца и благодарный вам за нашу сегодняшнюю встречу. Счастливо. Пока.